Я рад всех вас приветствовать в Международном мультимедийном пресс-центре РИА Новости. Сегодня у нас круглый стол на тему «Какие преобразования нужны российскому хоккею?». Признаюсь честно, мы специально выждали некоторое время после завершившегося чемпионата мира по хоккею, чтобы нас не совсем смущала именно эта тема. И решили устроить такой круглый стол именно между журналистами, то есть между людьми, которые работают в хоккее, не привлекая каких-то еще сторонних экспертов. Такой вот небольшой сторонний, что ли, клуб, цеховой, я бы даже сказал, клуб. Тех, кто пишет о хоккее, и тех, для кого хоккей неравнодушен. Мы, опять же, специально, как вы обратили внимание, не стали ставить никакие таблички ни на столе, ни на... Ну, не выдавая какие-то специальные бэджи людям, которые у нас сидят в аудитории, чтобы как бы уравновесить как-то это дело. И, собственно говоря, возвращаясь к нашей теме. Но, общаясь с коллегами, готовясь к этому круглому столу, я вот вынес лично для себя несколько таких проблемных позиций. Но это не значит, что проблемные позиции в нашем хоккее вы не можете предложить, собственно говоря, со своего места, на котором вы сейчас находитесь. Формат нашей беседы, вот я предлагаю следующий. Давайте мы не будем искать каких-то виноватых в чем-то, да, как бы кто виновен в том-то или в этом-то, чего у нас нет. Давайте попытаемся построить наш диалог в конструктивном таком ключе, предлагая какие-то конкретные ходы для решения той или иной проблемы. Ну, если говорить, повторюсь, о проблемах, то вот я для себя наметил несколько. Да? Вот если мы говорим, там, скажем, про детском и юношеском хоккее, то здесь есть несколько тем, опять же, вы можете со мной не согласиться. Ну, в частности, то, что дети наши уже приходят практически подготовленными в хоккейные секции, потому что просто ребенок с улицы, который еще, скажем, не умеет кататься или не умеет там какие-то минимальные манипуляции с шайбой делать, он просто не будет, скорее всего, примет, да, в саму хоккейную секцию. То же самое, о чем вы очень часто пишете, это нацеленность, там, скажем, на результат детских тренеров, да, а не на то, чтобы на техническая подготовка игроков и тому подобное. Сложнейшая, опять же, проблема, с моей точки зрения, опять же, может быть, вы согласитесь, может быть, нет, это переход из юниоров во взрослые, где у нас там в три раза, если отталкиваться от официальных цифр Федерации хоккея, сокращается количество игроков. То есть если у нас там порядка 57 зарегистрировано вообще взрослых юниоров, да, детей, занимающихся хоккеем, то взрослый хоккей переходит всего 26 тысяч. Наверное, стоит поговорить также о массовом хоккее, да, насколько как бы здесь можно что-то сделать либо не сделать. И еще одна отдельная тема, которую мне тоже бы хотелось бы, чтобы мы с вами затронули, это, наверное, аналитически-методическая работа. Сюда, наверное, можно включить и какие-то, ну, работу конкретно по подготовке, наверное, тренеров. Хотя, опять же, если отталкиваться от той программы развития хоккея, которая вывешена на сайте Федерации хоккея России, то там вроде как бы ежегодно достаточно большое количество специалистов прибавляется. Куда они деваются, тоже большой вопрос. Я хотел бы, чтобы меня, может быть, поддержало, либо наоборот в чем-то меня оспорил сидящий от меня слева Сергей Федотов, которого совсем недавно континентальная хоккейная лига признала лучшим телекомментатором нашей страны, с чем я его сердечно поздравляю. Сергей, спасибо. Тебе слово. Да, и давайте, наверное, говорить на «ты», поскольку мы все друг друга знаем, мы все в этом как бы цеху работаем, и как бы, ну, в общем, на «ты». Ну, я думаю, что, в принципе, то, что сейчас так серьезно опять поднялся вопрос интереса, что с нашим хоккеем, это есть хорошо. Как бы это ни жестко звучало, получается, что именно такое серьезное поражение на чемпионате мира возбудило народ все-таки говорить о том, что не все так хорошо в нашем хоккее. Может быть, это удивительно, но уверен, что коллеги-то прекрасно знают и со мной согласятся, что эти проблемы не то что за год изменились, а даже в прошлом году, когда мы говорили, какая замечательная сборная России, как мы здорово выиграли чемпионат мира, эти проблемы были. Поэтому я бы стал разделять проблемы национальных сборных, то есть проблемы в достижении или каких-то неудач высшего нашего хоккея, и вот то, что Сергей сказал, массовость, детский хоккей. По поводу более глобальных вещей, детский хоккей, юношеский хоккей, у меня есть глубокое убеждение, что нельзя спорт отделять от страны как таковой, от экономической составляющей, от политической какой-то составляющей. Мы все прекрасно знаем, что у нас спорт, в принципе, это где-то национальная идея.
Я хочу сказать, что современное руководство страны прекрасно это понимает, но, на мой взгляд, понятие, оно несколько одностороннее. То есть понятие больше относится к каким-то спорту высших достижений. Почему? Ну, на самом деле, это где-то, на мой взгляд, прикликается с советским нашим этапом страны, когда если есть медали, если есть успехи, значит, в принципе, можно рапортовать, и даже можно, я даже честно буду называть вещи своими именами, где-то даже обманывает народ, что со спортом у нас все хорошо. Но в советские времена действительно со спортом было все неплохо. Именно говорим о массовом спорте. Сейчас, если брать хоккей, вид спорта достаточно дорогой. Возможности у родителей, даже если есть желание, даже если ребенок действительно имеет какие-то таланты, спокойно отдать в хоккейную школу, таких возможностей нет. Ну, наверное, на счастье, вот у меня есть племянник, который достаточно серьезно занимается хоккеем. Живет он в городе Чебоксары, где, в принципе, хоккейная школа, условно так называем, работает до 14 лет. То есть 14 лет, получается, ну, подросток выпускается, и дальше он абсолютно птица в свободном полете. И начинают родители. Кто-то едет в Казань, кто-то там в Подмосковье, кто-то в Уфу. Пытаются они пристроить вот этот процесс потери, вот этого возраста, о чем ты уже говорил, происходит вот на классическом таком примере. Причем вот мой племянник, он ездил со своим отцом и в Подмосковье, поиграл где-то в Дмитрове. И опять я почему коснулся темы вот, экономического нашего устройства. Если в стране все говорят, есть огромная проблема, которая называется коррупция, эта проблема существует достаточно серьезно и в хоккее. Именно в детском, в юношеском хоккее проблема коррупции стоит очень-очень остро. Эту тему, насколько мне известно, не часто поднимают. Вот мой коллега Владимир Дегтярев, работая на Радио Спорт, я знаю, достаточно серьезно этой темой занимается, не замалчивает, говорит о этих проблемах. Я частенько общаюсь с коллегой, глубоко уважаемым Борисом Александровичем Майоровым, который входит в состав Федерации хоккея России, и он исполкома даже. Даже исполкома, да, то есть практически высший совет Политбюро ФХР, назовем это так. И он честно говорит, но говорит в основном в таких кулуарных беседах, что Федерация хоккея России не может контролировать в полном смысле этого слова региональные отделения. И я в данном случае всегда вспоминаю вот тот анекдот про Чапаева и английских джентльменов, то есть когда мастер. Мы же тут доверяем, и вот на доверии возникают эти вопросы. Хорошо, а вот делать что, извини, что перебиваю, то есть как вот что как рецепт можно предложить вот в этой ситуации, если мы видим проблему? Мы проблему видим, я поменять думаю, что... систему. Каким образом? Во-первых, начать с Федерации хоккея России. Надо с них спрашивать, что происходит и кто должен заниматься. Ведь, по сути, Федерация хоккея России, первая задача этой организации – заниматься как раз-таки популяризацией хоккея вообще в стране в целом. Это их первоочередная задача, и с этого они должны начинать. Но у них эта задача продекларирована вот в той программе, я читал 10 раз уже, наверное, эту программу, если не больше, я ничего там не понимаю. То есть люди пишут одно, но, собственно говоря, на деле-то мы видим совершенно другое. Но то смотри, есть на деле выходит все абсолютно по-другому. Ты вот формулируешь, опять же, давайте спрашивать федерации. Давай вот мы представим на секунду, что как бы у нас есть некая власть. Ну, представим просто, да, и вот мы можем реально какие-то шаги. Я можно только добавлю? Да, у нас, да, конечно. Главная задача Федерации хоккея России – сбегать наверх, отчитаться, что произошло. Как мы сыграли на чемпионате мира и что у нас получилось на Олимпиадах. Ну, еще Евротур, и все. Ну, все-таки, вот давай в конкретную плоскость перейдем. Вот, а что реально можно, нужно, вернее, сделать? Не можно даже, а нужно. Вот, давай представим, что как бы вот... Ты сейчас что-то сделал, или позвонил, или решила, как бы вот это все тут же... Отличная задача, тебе сказали, власть есть. Да. Пользуйся. Ты знаешь, я достаточно много езжу на семинары всевозможные там по стране, да, и вот в Санкт-Петербурге очень хорошая есть сейчас школа, хоккейная школа «Гладиатор». Люди, можно сказать, энтузиасты, они занимаются тем, что развивают хоккей там. Они привозят достаточно интересные методики из Канады, из США, неважно, да, там даже из Швеции. Вот в прошлом году приезжал президент Федерации хоккея США Лу Вайра по всяким вот спецпроектам, как раз который занимается детским, юношеским и молодежным хоккеем. Так вот, человек привез программу. Программа, которая рассчитана на как раз детский, юношеский хоккей. Пожалуйста,
эту программу они готовы были отдать бесплатно. Стоит эта программа 4 миллиона долларов. Ее отдавали бесплатно. Никого из Федерации хоккея России я на этом семинаре, к сожалению, не увидел. И, собственно говоря, они даже как-то особо в этом не заинтересованы. Я уж не знаю, по какой причине, почему у них это так происходит, но, собственно говоря, для меня это была загадка. Ну, на самом деле, Владислав Александрович Третьяк, президент Федерации хоккея России, когда проходил молодежный чемпионат мира в Уфе, он в интервью моему коллеге Сергею Крабу, отвечая на вопросы про программу развития хоккея американскую и шведскую, сказал, они нам не подходят. Без объяснения причин, почему не подходят. Я, естественно, тоже программу, которая вывешена на сайте Федерации хоккея, прочитал. Тут очень простая ситуация, я бы сказал, такая российская ситуация. Программа-то есть, но, в принципе, никто ее особо-то не выполняет. И даже дело не в том. На мой взгляд, программа, о которой ты, Володя, уже говорил, она в открытом доступе, в отличие от шведской программы, которой нету в открытом доступе. Американская есть. Американцы действительно говорят, пожалуйста, пользуйтесь. Там настолько она большая и объемная, где достаточно конкретно сказано, в каком возрасте, основываясь на научных, медицинских исследованиях американцев, в каком возрасте лучше ставить катание, силовую выносливость и прочее, прочее. То есть конкретно, а эта программа, это вот просто общий какой-то большой поток фраз, что вот надо, вот одна из там формулировок, которая вот, она к чему вроде не обязывает, но с другой стороны, и неужели это самое главное, прививать патриотизм вот в программе, отлично. Конечно, без патриотизма-то никуда. Но какое оно имеет отношение к развитию хоккеиста? Там, в 9, в 12, в 14 лет. То есть вот в этом главная задача. То есть я к чему веду? Для того, чтобы программа была настоящей и она работала, нужны серьезная научная группа, методисты. То есть те люди, которые будут непосредственно по стране общую тенденцию, основанную на каких-то общих принятых. Но вот приняли шведскую, приняли американскую, свою придумали, ради бога, пускай. Конечно. Но ее как бы нет, этой программы, где четко по возрастам, по этапам расписано, как готовить этих игроков. В каждом регионе готовят абсолютно по-разному. То есть общей системы нет. В этом, на мой взгляд, главная проблема. И эту проблему надо решать. И люди, которые готовы этим заниматься, у нас есть. Нужно финансирование. Сейчас все-таки те времена, когда, в принципе, хоккей в стране популярен. Тут, кстати, финансирование проблем сейчас самое главное. Ну, что нет. Там же даже суммы озвучены, да, на сайте Федерации хоккея, пожалуйста. И действительно. Там все, там есть все суммы, пожалуйста. Ну, получается, вот как это все уходит, куда? Получается, что Федерация хоккея России в большей степени занимается подготовкой национальных сборных разных возрастов. И поэтому, да, вот как Володя сказал, это тоже такая где-то советская, а с другой стороны общепринятая система. То есть вот класс чиновников, что главное, отчитаться перед высшим руководством. У нас здесь золотая медаль. С хоккеем все хорошо. Сейчас поражение, и они задергались, потому что понимают, что и могут спросить. Но ничего не изменилось глобально за год, это 100%. У нас в аудитории как минимум один отец молодого хоккеиста есть. Он же всем вам небезызвестный в недавнем прошлом пресс-атташе Федерации хоккея России. Владимир, я вот попрошу вас тоже высказаться, может быть, на тему детского хоккея. Только вы идентифицируете себя, чтобы девушка вас могла найти. Ну, в принципе, первый постулат мы вроде как вывели, да, то есть нам нужна общая программа, как она есть у американцев, она есть у тех же самых швейцарцев, да, которые там в свое время тоже немцев. Молодежную команду катали там в своем в Швейцарии, В Швейцарии, на самом деле, даже есть в школьной программе занятия хоккеем, в школьной программе. Ну, я не говорю, что у нас должно быть так в России, да? Столько катков нет в школах. Ну, это да, а она есть. Прошу вас. Но, с одной стороны, мне приятно, что, пожалуй, за вот то время после окончания последнего чемпионата мира, где наша сборная не столь удачно выступила, впервые эксперты заговорили, спортивные журналисты, о такой проблеме вообще о детском хоккее. Потому что часто мы говорим о высшем хоккее, о хоккее высших достижений, в принципе, да. Федерация, конечно же, как та главная общественная организация, которая отвечает за развитие того или иного вида спорта, в данном случае хоккея,
отвечает в первую очередь за вот высшие достижения. Но мы все понимаем, что мы все больше и больше отстаем от Европы, не то что от Северной Америки, а именно от Европы, именно в детском хоккее. И могу вам сказать, что по оценкам скаутов и других специалистов, которые по долгу службы посещают детские турниры в России, они однозначно говорят, что в России детского хоккея нет. Что они под этим подразумевают? Это не то, что у нас дети не занимаются хоккеем. То, что дети занимаются хоккеем неорганизованно. То, что нет общей системы, которая бы четко как бы давала понять, в каком направлении развивается наш детский хоккей. Если мы говорим про российскую, советскую школу хоккея, да, то каким образом это сейчас доводится до наших детей? Где та система тренировочного процесса, где те наработки, которые были годами, которые давали результат? Они на сегодняшний момент до детей не доходят, не доходят до детских тренеров. В первую очередь я считаю, что бы я сделал, если бы я имел какие-то полномочия, то, конечно же, Федерация хоккея России должна объединить, должна информировать всех активистов, всех сподвижников, вот как та же школа «Гладиатор», да, и понимать, что, конечно же, не все программы, которые сюда приводятся, необходимо адаптировать или без адаптации внедрять. Вот этим должна заниматься Федерация хоккея России. Она должна проверять эти программы, адаптировать и внедрять. Программа у нас, может быть, она и неплохая, но никто не занимается внедрением этой программы на самом низовом уровне. Знаете, когда первый семинар «Молодежная хоккейная лига» проводила для тренеров в Санкт-Петербурге, тогда еще тренер Санкт-Петербургского СКА Заната сказал удивительную вещь. Он сказал, что я вот единственный тренер, наверное, из иностранцев, ну или, может быть, они многие ходят, но он ходил и смотрел тренировки с Дюшор питерского. И он говорил, я прихожу, смотрю и не могу никак понять. В Северной Америке ребенок, занимающийся хоккеем, получает первого профессионального тренера, ну, где-то там в районе 13-14 лет. У вас дети получают профессионального тренера, имея в виду, что у него спортивное образование тренерское, он уже имел опыт и звание какое-то в хоккее игротское. У вас дети получают в 6 лет. Но куда они потом деваются, почему это не дает того вот качественного рывка, массовости и того уровня специализированной подготовки у детей, он не мог понять и нам так не объяснил. Вот, наверное, впервые Федерация хоккея России, вот этот звоночек получив на последних турнирах, должна повернуться к детскому хоккею. Мы должны понимать, когда они приходят у нас, кто за это отвечает. И не надо кивать на региональные организации. Мы должны открывать сайт Федерации хоккея России, на котором должны быть реестр тренеров, список всех с Дюшор и других школ хоккейных на территории России, телефонов, методик и прочих-прочих вещей, куда родителям, у которых дети никогда не занимались хоккеем, могли бы позвонить и обратиться. По-другому нет пути. Я, кстати, со своей стороны хотел добавить, что вот изучал тоже перед этим круглым столом сайт Национальных федераций хоккейных. Вот, в принципе, то, о чем ты, Володь, говоришь, это как раз вот сайт USA Hockey, да, то есть как бы американской именно федерации, потому что там реально эта система, по большому счету, ты на этом сайте можешь зарегистрироваться, как игрок, ну, в смысле, хоккеист, да, там неважно, какого возраста или пола даже, да, потому что для девушек там точно так же такая же есть секция, как судья, либо как тренер. Там, опять же, как бы обрисовывается вот 10-ступенчатая система тренерской подготовки. То есть ты вот можешь, теоретически будучи родителем, да, имея минимальные вообще знания какие-то, пройти вот эту 10-ступенчатую систему подготовки именно как тренера. При этом как бы самими правилами ты не можешь проходить больше одной ступени в год. Для того, чтобы пройти эту ступень, ты должен, соответственно, прослушать там, либо как бы поучаствовать в каком-то, наверное, это что-то типа семинара. Я так себе представляю, я недостаточно глубоко погрузился, чтобы вообще вот в подробности хотел рассказать. Там семинары, практические занятия, чтобы получить лицензию. Вот, и чтобы от первого уровня до 10-го пройти, это, в принципе, как раньше была школа. То есть ты 10 лет должен потратить, за эти 10 лет тебя, соответственно, ну, не вложат, а как бы помогут, да, как бы обрести необходимые знания и, соответственно, двигаться внутри вот этой вот карьеры от более простых команд до более сложных. Я бы хотел, на самом деле, всю нашу аудиторию тоже подключить к этому разговору и попросить, может быть, старейшего нашего присутствующего журналиста Владимира Писаревского, только, пожалуйста, дождитесь микрофона, иначе как бы в интернете вас просто не услышат. Спасибо. Вообще вся история нашего отечественного хоккея у меня перед глазами. Я вспоминаю, когда я впервые тоже захотел попробовать себя в хоккее, это был 53-й год или 52-й. «Динамо», огромная, так сказать, площадка для хоккея с мячом. Только-только хоккей с шайбой получал свою, так сказать, какую-то популярность.
в России. Нам все это было смешно, забавно, по нынешним меркам это вообще. Но, тем не менее, вот как принимали тогда в секцию хоккея? Как известно, все это во дворах было. Вот, азартные игры и так далее. Потом был объявлен прием на стадионе «Динамо». И вот пришло человек 50, насколько я помню. Выстроились ребята вот так вот все шеренгой. И тренер такой, фронтовик, там человек, так сказать, бывалый, говорит: так, отличники есть? Да, есть. Два шага вперед. Значит, выходит человек, наверное, 45. Все отличники. Так, двоечники стоят. Так, отличники, придете через год. Двоечники остаются, будем с ними заниматься. И кто был среди этих двоечников? Виталий Давыдов, Александров Веня, значит, Рагулин Саша. Ну и я там тоже затесался. Так что вот были двоечники. Вот, пожалуйста. То есть люди абсолютно не думали о кармане и о каких-то, так сказать, других вещах, которые сейчас сплошь и рядом. Мне вспоминается разговор с незабвенным Эдуардом Ивановым. Года 4 назад мы сидели на хоккее, и вот он говорил, что я тут парня присмотрел, очень талантливого. Говорит, интересно, на мой взгляд, я чувствую нутром, что это действительно мастер может. Вот пришел в «Спартак». Вот. Разговаривал там со своими, так сказать, коллегами, меня знают прекрасно. Вот. Порекомендовал. В итоге родители, бедные люди, ничего не смогли там, так сказать, заплатить или что-то такое. Там существует такой счет, так сказать. Вот. И он не попал в команду. Хотя, говорит, я чувствовал нутром, что из него что-то получится. И кто же попал в команду на его место? Попал сын какого-то священника, который пришел с мешком денег. Он заплатил тренеру. Вы понимаете? Это вторая сторона медали, так сказать, нашего хоккея детского. Мы говорим вот сейчас о глобальных вещах, там, о какой-то методике американцев, там, шведов, финнов, европейских. Но на самом деле вот это главное, понимаете? То есть тренер, который работает в клубе, он смотрит прежде всего на родителей, кто такие, есть ли у них деньги, так сказать, вот они могут с ним встретиться, положить ему в карман что-то. Вот. В итоге мы появляем, у нас появляются какие-то серые, так сказать, под гребенку игроки. Потом они получают какие-то деньги, они становятся ремесленниками на каком-то определенном уровне и играют. Понимаете, играют в хоккей. Вот. А те, кто мог бы играть по-настоящему, но они не попадают вот именно по этой причине. Ну, что я сказал, многочисленные секции. Да. Понимаете? Вот в чем дело. Надо на это обратить внимание. То есть здесь, как вот сейчас идет уже такая тенденция о проверке, так сказать, всяких людей, которые у власти, на детекторы лжи. Способны ли они, так сказать, на то, чтобы заработать деньги каким-то нечестным путем. Так и тут надо проверять тренеров, способны ли они, и заплатить им хорошие деньги, чтобы они не нуждались вот в этих родительских, так сказать, каких-то подачках. Вот. А искать людей, которые могут. И в итоге, я возвращаюсь к разговору с Ивановым. Кто же стал этот парень после этого? Он стал наркоманом. Потому что у него была мечта играть в хоккей. Он был талантлив, понимаете? Он стал наркоманом. Он говорит, вот родители. Вот итог, так сказать, хотя у Эдуарда был колоссальный авторитет, и тренер ему знаком хорошо, но тем не менее сыграла роль вот этот карман какого-то человека. Ну, то есть, если переформулировать, то тут получается... Я могу добавить на эту тему, хорошо. Потому что я много сейчас этой проблемой занимаюсь, и доходит, вот, да, я приглашаю родителей в эфир, пожалуйста, приходите, говорите то, что происходит, да. Тут в одной школе, например, тренеру родители сам собирали на машину, они подарили ему машину. Я им говорю, приходите на эфир, рассказывайте, да, мы придем, все нормально.
Потом звонок, нет, мы не придем, потому что там про это узнали, что мы собираемся там туда-то пойти, да, там на радио прийти, все, мы говорить об этом не будем, потому что нашему ребенку будет от этого, ну, скажем так, еще хуже, там, одному или двоим. Все, они не идут. В том-то и дело, это проблема огромная. Я таких примеров, да, вот сейчас, опять же, у нас про Умку сейчас идет разговор. Например, да, там, вот сейчас Авачева уволили, а никто же не говорит, да, я вот, например, занялся этой проблемой, тут начался, раздули этот скандал, а я дошел там, да, нашел 116 миллионов, которые были потрачены в этой школе на хоккей. Где они? Куда они делись? Никто не знает. То есть, ну, их кто-то где-то освоил, и все. И да, вот мы уволили там Авачева, такой классный тренер. А деньги-то где? А денег нет, да? И то, что требовалось там на развитие, опять же, детского хоккея, опять же, для детей, там, скажем так, малоимущих, да, это уже не нашлось. И я им говорю, пожалуйста, приходите, я готов, приходите в эфир, говорите о ваших проблемах. И никто не идет. Они просто боятся. Боятся, кстати, да. Кстати говоря, вот в ЦСКА же был случай, когда тренера убили у подъезда. Это был известный парень, мы когда с ним вместе играли в хоккей. Я помню, он был очень приличный такой игрок, ну, ему не повезло, он там не пошел. Вот. Но он стал тренером в ЦСКА. Я вот забыл его фамилию, к сожалению. Володь, ты что-то хотел добавить? Ну, друзья, вот слушаю все эти факты, все эти примеры, да, я тогда помню эту ситуацию, и таких много, наверное, по стране. Я еще скажу вам, что в нашей стране, где хоккей настолько популярен, такая история этого вида спорта, недаром он называется стратегическим видом спорта для России, а по большому счету сайта о детском хоккее не существует. Существуют локальные небольшие форумы, на которых что-то пишут родители, занимающиеся, но вот такого большого портала, информирующего о том, как заниматься правильно, когда, давайте, где и что, у нас не существует. Такого не может быть, но у нас так есть, у нас не существует такого портала. А поэтому, мне кажется, вот чтобы, что надо сделать, может быть, стоит назвать или придумать такую организацию, которая бы взяла в свои руки крепкий весь детский хоккей в стране. Может быть, надо создать Федерацию детского хоккея России, я не знаю. А? Некий дадут? Профсоюз родителей. Родители, может быть, так. А как же мы у ФХР хлеб отнимем? Ну, если пока этим никто не занимается, вот так подробно и сильно, если мы не находим на сайте Федерации информацию о детском хоккее, если мы не знаем, откуда на звездочки берутся. Потому что детский хоккей в России – это такой родник, он никогда не оскудевает. Всегда будут исключения, как Нечушкин, откуда-то появляться. Но мы понимаем, что среднего звена хоккеистов, вот того массовости, то мы наш детский хоккей не воспроизводит, поэтому мы отстаем уже даже от швейцарцев. Могу я еще? Да, конечно. Почему-то, ну вот сейчас, вообще такой стереотип существует, что хоккей – это, в общем-то, безбедное будущее. Так думают многие родители. Они ведут в секцию парни, которые не горит этим хоккеем, понимаешь, но они его заставляют вот, играть в хоккей, поскольку они, в общем-то, понимают, что худо или бедно он будет жить более-менее нормально, так сказать. У него будут деньги. В какой бы он команде ни играл, он себя где-то обеспечит. И вот они его туда буквально тянут, а ему это не нужно, понимаете? Это еще одна проблема. Потому что вот мы каких-то, в общем-то, наполняем, так сказать, наши хоккейные вот эти резервы вот такими вот людьми, которые и не хотят, может быть, играть в хоккей, но родители, понимая всю эту шумиху, эти деньги, так сказать, огромные деньги, которые крутятся в нашем хоккее, они тянут своих вот детей туда, в этот хоккей. Мне кажется, это не только хоккейная проблема, на самом деле. Колоссальнейших проблем, потому что очень много серых каких-то личностей появляется на самом, так сказать, уровне, и они, у них нет даже желания стать, но родители их просто за горло и тянут туда, понимаете, платят деньги тренерам, чтобы они их обязательно тянули, учили, понимаете, получаются ремесленники в массовом масштабе. Знаете, я не совсем соглашусь с этим мнением, потому что на сегодняшний момент ситуация изменилась. Последние годы наша сборная выигрывала, становилась чемпионом. Да, и мы уже имеем в составе наших клубов там многократных чемпионов мира. Максимум трех. И это все, плюс у нас появилась континентальная лига, молодежная хоккейная лига, в которых в этих лигах достаточно успешно работают рекламщики, маркетологи и прочее, прочее, прочее. Как бы мы ни хотели, но до наших детей все-таки хоккей дошел. Да, он стал в очередной раз определенный виток популярности был. И здесь уже как раз родители, они хотят своим детям доставить возможность заниматься этим хоккеем, если детям это нравится. Вот это вторая проблема у нас, что в отличие от Канады, где существует так называемая хаус-лиги, и ребенок в любом случае может заниматься хоккеем, у нас существует возможность заниматься хоккеем ребенку только
профессионально, 6 лет профессионально в составе детской спортивной школы, либо специализированной детско-юношеской спортивной школы Олимпийского резерва. То есть у нас дети массово хоккеем заниматься не могут, о чем сегодня было правильно вначале упомянуто. Золотая шайба, она уже не выполняет ту функцию, потому что нет одинаковых условий. В Северной Америке, будь то хаос-лига, будь то три эти команды, у всех одинаковые условия занятия детям. А когда родитель не может выполнить мечту своего ребенка, тогда, да, естественно, идет к тренеру и пытается другим образом конкуренцию устранить, чтобы обеспечить ребенку занятие спортом. Ну, давайте все-таки вот опять в конструктивное русло, что ли, вернемся, потому что мы опять обозначаем проблему, но мы не предлагаем пути их решения. Вот из того, что Владимир Писаревский, допустим, говорил, я вот извлек. Вы сказали уже про союз родителей создать. Нет, это говорить. Как раз интересная идея, как бы то, что ты говорил о сайте, там, да, который как бы с методическим образованием, с методическими материалами, вот именно заточенными там, либо под детей, либо там под тех же самых девочек, потому что женский хоккей у нас вообще как бы в таком, мягко говоря, зачаточном состоянии еще находится. Да? А я бы еще предложил, я предложил бы все полномочия, которые существуют у ночной хоккейной лиги, которая вот сейчас с пафосом закончилась свой турнир в Сочи, да, передать золотой шайбе. Вот чтобы так бы, да провести бы золотую шайбу, вот чтобы так же вот те же средства вложить в золотую шайбу. Ну, я вот, честно говоря, не очень много знаю про золотую шайбу в ее настоящем состоянии, да, я помню, как это было в Советском Союзе. Может быть, кто-то может поделиться из присутствующих тем, как, вот что она из себя сейчас представляет, потому что сайт у нее есть, там функционирует, проводятся какие-то чемпионаты, там турниры, я не знаю, в скольких возрастах, но вот что там вообще происходит, кто-то знает? Без понятия. Я так понимаю, все равно это некое соревнование с дюшор, просто на уровне там, 8, 9, там, 10 лет. По большому счету, это все равно не массовый хоккей. Тут есть обратная сторона. С одной стороны, вот если вернуться к тому, что было в Советском Союзе некая массовость, она, например, существует в Белоруссии. У меня есть хороший знакомый, который живет, я сам в свое время достаточно долго жил на границе с Латвией и Белоруссией, 8 лет, город Себеж. И в Белоруссии хоккей действительно сейчас имеет такой массовый-массовый характер. Даже в самом небольшом, даже не городке, а там, ну, среднем поселке есть каток по государственной программе построенный. Искусственный лед. Искусственный лед, да, искусственный лед, но проблема в том, что люди, которые занимаются с детьми, сами, ну, максимум учитель физкультуры. То есть хоккей все-таки достаточно сложный вид спорта, технологичный вид спорта, и без определенных технологий, ну, до какого-то возраста можно, то есть на уровне соревновательности, да, то есть, например, он умеет может научиться кататься. И то, вот те вещи, которые закладываются в определенном возрасте неправильно, потом уже очень трудно исправлять. То есть опять возвращаясь к той методике. В определенном возрасте вот это надо ставить, в этом возрасте то-то надо ставить, что есть и в программе. И в Беларуси, как мы видим, при том, что вроде как государство и президент у них там готов на хоккей выделять любые деньги, у них просто катастрофически не хватает специалистов, хороших специалистов. И поэтому, ну, мы видим, что тоже Белоруссия, она в какой-то степени даже регрессирует на международном уровне, и хороших белорусских игроков, ну, в последнее время, вот братья Костицыны, да, Грабовский, кто из молодых белорусских игроков там высоко был задрафтован в той же национальной хоккейной лиге, потому что это тоже является показателем развития хоккея. Поэтому тут, с одной стороны, я просто считаю, что в России даже более серьезная проблема – это коррупция, о чем сейчас мы говорили. То есть здесь надо налаживать, ну, там, с правоохранительными органами, то есть нужно придумать эту систему. Я не думаю, что это какая-то большая сложность придумать эту систему контроля денег. А вторая проблема – подготовка специалистов. Специалистов, которые работали с детьми. Здесь, я думаю, несколько проще. Но для того, чтобы желание появилось, нужно, чтобы оно появилось. В первую очередь у Федерации хоккея России. То есть вот те люди, которые готовы работать с детьми, надо создавать, их, во-первых, собирать надо. Надо постоянно какие-то встречи и работу проводить для того, чтобы была четкая отлаженная система. Вот как ты говорил про американскую, да, действительно, там действительно родители сами приходят, я хочу работать. Проходят они курсы подготовки, первая, вторая, третья ступень. Почему бы это не сделать в России? Это абсолютно объективно, но я точно знаю, что Федерация хоккея России, у них такого желания нет. То есть вот, будучи, скажем, здесь кто-то представитель на этой пресс-конференции, ну да, это интересно. Когда дело дойдет до конкретики и практики, будут кислые морды. Говоря русским языком. А вот если говорить еще? Опять же про... Да, сейчас, секунду. Вот если, не уходя пока от темы, да, беседы, вот если мы говорим о нехватке детских тренеров, ты сказал, что это могут быть родители. Но в Америке, насколько я понимаю, это неоплачиваемая должность, во всех случаях на нижних ступенях. Да? На нижних, да, это неоплачиваемая должность.
насколько интересно вопрос всем на самом деле с этой точки зрения, вот как социализация спортсменов, тех же самых хоккеистов, насколько интересно хоккеистам, вот бывшим действующим, да, заниматься детьми. Мы все-таки понимаем, что на определенном уровне, ну, хоккеист, когда заканчивает карьеру, он достаточно обеспеченный человек. Вполне вероятно, что его это тоже не очень привлекает. Кто вот должен быть вот этими детскими тренерами, с вашей точки зрения? Все-таки это как бы больше тоже родители? Или это какая-то часть хоккеистов, или это просто, я не знаю, выпускники спортивных вузов? То есть вот откуда мы должны черпать, собственно говоря, вот этих тренеров? Я думаю, что, в принципе, вот все перечисленные тобой категории, тут ведь все в основном зависит от желания. К тому же, опять же, если это в Америке, но на каком-то первом этапе они не оплачиваются, хотя, насколько я знаю, там все-таки есть вот родители, то есть выделяют вот из своей среды. Вот небольшой американский городок. Особенно вот я просто читал конкретно про маленький городок, штат Миннесота, один из самых хоккейных. Родители объединились в этом небольшом городке. У них детская команда. Они выдвинули, по их мнению, то есть они встретили самого талантливого, и они даже сбрасываются. То есть они как бы соперника самого, и то есть они какие-то даже небольшие деньги ему платят. Ну, потому что все-таки в Америке так, что прям вообще бесплатно так не бывает. У нас при возможностях финансовых в хоккее сейчас какую-то и небольшую зарплату, просто это должно быть все под контролем. Это не то, что, ну вот мы тебе платим там условно там 30 тысяч в месяц, да, и все, и дальше на этом контроль закончился. Так нельзя. Естественно, надо, чтобы специалисты, которые понимают в этом толк, они за этими людьми следили. Ну, это то, о чем у нас мы так тоже называемые говорим. Подкатки есть. Да, устраивают их тренеры детские, да, вот эти подкатки. И, собственно говоря, пожалуйста, родители там, ну, оплачивают, да, эту работу. Но, опять же, это все должно это быть четко прописано. Да, это бессистемно. То есть там на подкатку тренер набирает там 30-40 человек. То есть понятно, что 30-40 человек научить там, да, чему-то вот за час он просто не в состоянии, потому что это, ну, не получится просто реально. А тут мы еще упираемся в одну проблему. Да, вот нам все же говорят, вот мы где специалисты, а где у нас тренеры, которых готовит Федерация хоккея России, там, да, или опять-таки институт? Получается, что мы сейчас в сборную еле тренера нашли, там упрашивали чуть ли не на коленях, да, Беллидину, там, потому что он должен, ну вот, потому что нет больше никого. До этого Быкова с Захаркиным там еле откуда-то отыскали, да, там еле нашли, можно так сказать. Ведь когда они пришли, там же никто особо не соглашался на эту должность, да, на должность тренера сборной. Сейчас вот договорились с Беллидиновым. Сейчас уйдет Беллидинов. Там закончатся Олимпийские игры, там, я не знаю, чемпионат мира, да, вот этот все цикл закончится. Дальше кто? Ну, похоже, что знарок, мне кажется. А если он не согласится? Опять будут уговаривать, вот, конечно, да. Вот, значит, опять уговаривают. То есть, а где у нас тогда программа подготовки тренеров, молодых тренеров, пожалуйста, кадры, где? Да, конечно. Так сказать, возвратиться к истокам. Я думаю, что нужна очень большая рекламная акция. Вот Ничушкина воспитал. Кто такой? Кто его воспитал? Мы знаем, нет? Мы знаем фамилию этого человека? Кто его воспитал? Похоже, что не знаем. Не знаем. Вот надо было дать ему $250 000 за этого парня. И везде, во всех средствах информации об этом заявить. Вот что может получить человек, который душой, сердцем относится к делу. Кстати, у Вячеслава Александровича Фетисова было такое предложение. Так это лежит на поверхности. Я бы только добавил, что деньги должны получать не только за Ничушкина. Мы этого ничего не делаем. Мы только говорим глобальные какие-то вот проблемы. Понимаете, вот истоки, да вот земля-то она где. Понимаете? Чтобы у людей, которые могут, был стимул вот такой. Тогда появятся Мальцевы, Ничушкина, там кто угодно. А от кого должно исходить? Это же должно идти. Вот это от нужна кого? Акция. Вот этого человека разыскать надо за шиворот. Сюда. Знаете, как это получилось? Владимир Львович, я хочу сказать, что тут надо, чтобы не только за Ничушкиных получали деньги, но и за тех, кто дошел до уровня континентальной хоккейной лиги или высшей хоккейной лиги. Здесь надо вытаскивать, показывать. Вот я хотел... Вот люди, и тогда у них не будет соблазна там какого-то буржуя, так сказать, пригласить в команду, чтобы он играл в первой пятерке и абсолютно был бездарным, понимаете? Наверное, мы опять скажем, я бы хотел выступить в защиту «Золотой шайбы», и эта организация не так плохо функционирует. Я знаю, что там идет тоже внутренняя борьба. Кто-то пытается это делать на уровне, с помощью, свой результат добиваться с помощью игроков скрытых из там спортивных школ. Кто-то, наоборот, именно дворовых ребят воспитывает. Но эта лига играет.
Другой вопрос, что эти специалисты даже денег не просят, зачастую они работают бесплатно. Насколько я знаю, они просят внимания государственного. Вот вы сказали, спортивные журналисты даже говорят о том, что про золотую шайбу мы помним то, что было с этой лигой в советское время. Но извините меня, эта лига никогда не прекращала свою работу. Она сейчас достаточно успешно существует, но о ней никто не знает. Вот внимание, опять мы сегодня говорили, а кто же у нас отвечает за то, что нет детского хоккея? А кто же у нас отвечает, почему нету золотой шайбы внимания? А кто же у нас отвечает за то, что никто не знает, кто воспитал Нечушкина? Вот кто же это? Если это профсоюз родителей, детей занимаются хоккеем, значит, наказать надо профсоюз. Если это другая какая-то организация, давайте ей поможем, чтобы она все-таки взяла и сделала так, чтобы мы знали о золотой шайбе, чтобы мы знали, что существуют примеры, например, детей, которые пришли в золотую шайбу, может быть, а может быть и нет. Но я знаю, что такие примеры есть. В 10 лет ребенок пришел и все-таки потом сумел пробиться в сдюшор хоккейный. Да? Так давайте об этом расскажем. Весь двор и вся улица будет говорить об этом еще 10 лет и будут стремиться все такое сделать. На сегодняшний момент... А где вот рассказывать? Вот на каких там, я не знаю, страницах или на это каких? Это рассказывают на скрытых форумах и родители на сходках, когда они привозят детей на занятия по хоккею. Об этом знают и об этом говорят. Понятно, потому что мы же понимаем, Но должен быть тот инструмент, та организация, которая имеет бюджет на это и средства, чтобы об этом говорить. Должна быть информационная политика какой-то организации, которая бы отвечала за тот резерв скрытый, который у нашего хоккея есть. И в каком состоянии этот резерв находится. А мы пока говорим только о том, что у нас хоккеистов не хватает. Но мы же уже знаем, что они куда-то пропадают. Куда они пропадают? Вот мы говорим о той коррупции, которая существует на этапе. У нас дети приходят в 6 лет, в 10 лет их уже, у них начинается четкая специализация. Они переходят в так называемый зачетный период. И здесь родители понимают, что либо он каким-то образом извернется и найдет ему место в команде, если он не самый талантливый там, да? Либо он прекратит занятие хоккеем. Второй этап коррупции существует, когда у нас ребенок заканчивает сдюшор. Тогда специальный, как бы опять перед родителями встает выбор. Либо он заканчивает с хоккеем, либо надо ему найти место в молодежной хоккейной лиге, в российской хоккейной лиге, то есть первой бывшей лиге. И опять идут родители на все ухищрения. Почему? Потому что у нас нет, как в Северной Америке, студенческой лиги, где могли... А студенческая лига – это та платформа, где ребенок может дойти, как бы переждать год, но потом прибавить, где молодые тренеры обкатывают свои, как бы, ну вот, накапливают свой опыт. Нам катастрофически не хватает клубов высшей хоккейной лиги, молодежной хоккейной лиги, хоть их А и Б, и клубов КХЛ. Нам некуда девать тех хоккеистов, которые воспроизводятся. Если даже мы сейчас уберем уровень, который стал не самый высокий, мастерства детей, которые заканчивают дюшоры, если мы даже это откинем, то им просто некуда идти. У нас нет студенческого хоккея фактически, у нас нет детского хоккея. Абсолютно точно по поводу вот особенно тех выпускников дюшор, то есть 14 лет, и все, родители со своими чадами приехал в Казань. Четко обозначен ценник. Хочешь, чтобы твой ребенок занимался, вот это ценник. Это ценник не какой-то официальный, мы это прекрасно понимаем. Но и родители, он закричит, да тут у меня требуют деньги. И вот это внутренняя, не знаю, ментальная сторона вопроса, как бы все понимают, нет, ну это же мой ребенок. Мне обозначили эту сумму, мне ее или найти, тогда мой ребенок будет продолжить заниматься хоккеем. Или если я начну кричать, он у меня точно уже никуда. Но он станет изгоем, мы помним случай, который был в Северстале, в Черепа. Да. Когда сказал об этом. Да. Я хочу сказать про другой ценник. А теперь представляете, какой ценник у этого ребенка? Сколько лет государство вкладывало в него деньги? Мы воспитали здорового, сильного гражданина своей страны. Воспитали, вели, говорили ему об этом. Да? Делали из него патриота, он поет гимн, смотрит на флаг, в отличие от первой сборной, например. Там, да? А потом мы ему говорим в 15-16 лет, а теперь, браток, ты нам не нужен. Так и у есть. Твоих родителей нет денег, пошел отсюда. И представляете, что мы воспитали? Мы воспитали того человека, который ненавидит всю эту систему. Разочарование в таком возрасте – это очень страшная вещь. Так давайте придумаем то, почему у нас нет студенческого хоккея. Вообще нет. Мне кажется, тут главное все-таки не студенческий хоккей, не только студенческий. Это как бы одна из форм, да? Ведь мы просто говорим про массовый хоккей. Я бы хотел просто, чтобы только мы не между пятью людьми как бы пикировались, да, если можно. Я бы хотел, вот, скажем, Игоря Кокорина, может быть, тоже подключить к этой беседе. Игорь. Ну, честно говоря, в этой теме я больше послушать, да, поскольку это не моя тема. Но слушая про золотую шайбу, все так здорово сейчас немножко так удивились, да, что ничего не знаем. А я нашел просто зашел на официальный сайт золотой шайбы. Ну там, по-моему, даже Игорь Ремешевский достаточно известный человек. Нет, я нахожу здесь 35 членов правления, которые ежегодно обновляются. Я не знаю, какие у них могут быть проблемы с таким правлением, честно говоря. Но информации на сайте никакой. Нет, не отсутствие работает, но вот мы говорим о том, что никто ничего не знает, а как бы
Ну, вот нормальная ситуация, да, где, что и как можно узнать о золотой шайбе? Вот заходишь, да, какой-то достаточно унылый такой подный список результатов, непонятно, кто с кем играет, да, формально все это сделано. 35 членов правления, обращение Владимира Владимировича Путина, который поддержал золотую шайбу, ну и вот вся информация о золотой шайбе, которую клуб, можно получить на момент. Клуб. Они получают какое-то финансирование, и им достаточно комфортно. Володь, микрофон, пожалуйста. Да, он вот как раз этот сайт, родители, я очень плотно там с ними общаюсь, то есть вот, да, они там все свои проблемы, там даже кому куда на сборы поехать. У нас, посмотрите, что получается, у нас практически здесь в России, да, ну вот даже Москву взять, ну Москву там еще, у нас же негде даже сборы провести. Вот летние сборы игроки сейчас, да, все мыкаются, тыркаются, а практически вот сейчас готовятся к сезону негде. Вообще негде. И люди едут, кто в Канаду, да, сейчас вся молодежь уезжает в Канаду, да, кто-то уехал сейчас вот в Швейцарию на сборы. Вот, например, да, мы сейчас организовываем сборы в Швейцарию. Люди с удовольствием едут в Швейцарию. Но вот опять же, мне звонил тут на днях Фастовский, спрашивал, где вот для пацанов, для, вот, да, для Сибири, там для 17-летних, 18-летних провести сборы в Москве, потому что, ну, нет столько денег, чтобы их отправить, допустим, куда-то там в Канаду или в Швейцарию. В Москве негде сборы провести, вообще негде. То есть минимальное количество. Зато уже в Швейцарии все забито, да, у Юрзинова уже мест нету до конца, вот практически до начала сейчас сборов официальных в КХЛ, у Юрзинова мест нету. Да, вот у Цигурова, сейчас Цигуров собирает группу тоже в Швейцарии, тоже уже практически все места заняты. А у нас льда нету нигде, чтобы мы могли заниматься с этими ребятами, чтобы они готовились там к сезону, кто к МХЛ, там, кто к КХЛ, смотря кто где будет выступать. У нас льда даже нету, им негде даже готовиться. Так вот, товарищи, господа, коллеги, хотелось бы такой вброс дальше в тему эту сделать. Как мне кажется, я думаю, вы со мной согласитесь, все это здорово говорить о том, что можно сделать, как можно сделать, там, вопросы нового порядка, кто может сделать, да? На самом деле, откуда деньги на все это? И вот этот вопрос ключевой. Когда мы говорим о массовости хоккея, давайте не будем иллюзионировать. В стране, где мрот 4000 рублей, а среднюю зарплату так никто посчитать не может. Но мы прекрасно понимаем, что за исключением, да, Москвы, Санкт-Петербурга, каких-то ведущих городов, так вглубь России, где, собственно, массовость, где, собственно, народ, да, там такие зарплаты, которые, ну, мягко говоря, какой хоккей, каким хоккеем заниматься, люди выживают, да. И когда мы начинаем говорить о том, что какие-то родители должны оплачивать массовость какого-то хоккея, да мы вроде говорим о том, что родители должны оплачивать. Нет, ну, как бы поднимается тема сравнения там с Америкой, еще с кем-то. Это невозможно. И по большому счету, как бы когнитивный диссонанс всей этой ситуации заключается в том, что мы же признаем, что хоккей дорог, да? Это объективно. Это не футбол, не вышел там, погонял, да, куда-то. Да, это там площадки, экипировка, все это и так далее, и так далее, и так далее. Так вот, мы говорим о массовости и в то же время находимся в такой социальной, не знаю, такой банально жизненной ситуации, когда хоккей стремительно становится элитарным видом спорта для состоятельных людей. Да? Хорошо. Это Игорь, может быть в том-то и дело, что деньги выделяются. Деньги выделяются. Вот. Реально деньги выделяют. Вот я тебе привел пример Умки. 116 миллионов. Куда они делись? Никто не знает. А деньги выделяются. В том-то и дело, что деньги-то выделяются. Вот в чем проблема-то. Нет, Москва, а вот куда они дальше Москва уходят? В этом смысле прекрасна. А вот куда они дальше уходят, никто много, не знает. А уехать километров 300-400 от Москвы, да не в ту сторону, где хоккейный центр вроде Ярославля. Да, и какой мы там хоккей найдем? Вот в чем дело. И туда, мне кажется, никакие деньги никогда не доходят. Да? Деньги-то выделяются по верхам. Если мы будем судить по Москве, по Челябинску, по Магнитогорску, но, кстати, опять же, откуда деньги там, да? То тот же самый Магнитогорск, это спасибо большое комбинату и господину Рашникову, и хоккейному клубу «Металлург», который содержит свою школу. Да? А вот так по большому счету давайте представим, а если бы «Магнитка» не содержала свою школу, что бы было с Магнитогорской школой? Ну, в том же Челябинске там очень большое количество школ, но это тот регион, где вот сейчас губернатор Юревич, который очень заинтересован, и он, ну, скажем, отчасти где-то своим волевым решением договаривается с определенными финансовыми группами, чтобы они
они помогали и давали деньги на школы, там этот процесс. То есть я с тобой, Игорь, совершенно согласен, что у нас еще очень часто зависит от того, кто руководит непосредственно регионом, кто мэр того или другого города. Потому что, ну вот, я учился 5 лет в городе Перми, и мне удивительно, что ведутся разговоры про хоккейную команду, даже вот так глобально возьмем, во Владивостоке, а в Перми хоккей как будто бы его не существует. Но это придуралье. Вот если не там хоккей, то где? Но там сейчас руководят и регионом, и городом те люди, которым хоккей не интересен. И это тоже, я согласен, проблема. Тут тогда можно вообще... Вот мы про массовость, кстати, Игорь, не говорим, про массовость хоккея в нашей стране. Дело-то в том, что эта массовость, она была в советское время, когда вот действительно там со дворов и приходили в школу, и было все, и финансирование, и форма, все это же тоже было бесплатно. У нас сейчас совершенно непонятный путь. Это не только хоккея касается. Значит, вот есть путь, вот и современный, если брать спорт, это китайский путь, который основан во многом на советских принципах массовости, то есть до определенного возраста там дети занимаются и никакой специализации нет, а вот в определенный возраст талантливых отбирают, и американский путь, где основан в основном на студенческом спорте. Я думаю, что американский путь развития пока, вот о чем ты говоришь, потому что у нас средний достаток, а если брать по регионам, то это просто швах и ужас. Мы не можем говорить, чтобы вот родители платили, потому что это будет абсолютно тогда избирательность. Москва, московский регион, возможность такие есть, такие родители есть, а условно там Кировская область или там какая-нибудь другая, ну это просто совсем другой уровень дохода. Так вот и получается, что хоккейная сторона России превращается в некий такой архипелаг сужающихся островков, да, по большому счету, по сравнению с Советским Союзом, правильно? Ну, смотри, лишь бы не архипелаг ГУЛАГ. И на самом деле мы должны понимать тогда, в принципе, что мы хотим. Почему? Потому что понятно, что хоккей, как в любые социальные институты, вот хоккей, да, это пирамида. Мне хотелось бы понять, что хочет Федерация хоккея. Нет, это пирамида хоккея. Чем больше основание, тем она выше, и тем меньше колышется на ветру, да, крепко стоит. А у нас, получается, это пирамида, вот на вершине там наша сборная, да, в Сочи будет играть. Основание-то у нее такое, что это не пирамида уже фактически, а такой шест, да, конус. И вот оно все отсюда идет. А Китай, да, он стоит в своем спорте вот на этой хорошем основании. Американский хоккей, да, вот и студенческие лиги и так далее. Это, опять же, мощнейшее основание, да. Мы удивляемся, почему в Канаде столько зарегистрированных хоккеистов, а у нас столько мало, да. Понятно, почему. Ну, я бы со своей стороны хотел, может быть, даже тебе, Вала, сейчас секунду, ладно, просто я в тему беседы, может быть, тебе, Игорь, не то чтобы ответить, да, но как бы предложить как вариант ответа какого-то, ведь мы здесь, собственно говоря, дискутируем для того, чтобы понять, нужна ли нам эта массовость и можем ли мы ее потянуть, да, если ее может потянуть один регион, хорошо. Но в других регионах, значит, нужна какая-то другая схема, да, вот там много говорится там про эту вот в последнее время американскую систему, да, где там лучших игроков собирают буквально в один хоккейный центр, да, по юношам, по юниорам я имею в виду, да, и они как бы там целенаправленно занимаются. Я знаю, у швейцарцев была похожая программа, не знаю, есть ли она часто или нет, когда у них тоже собирали по большому счету сборную там, ну, какого-то возраста, я не знаю, 14-16 лет, да, и они играли там в какой-то профессиональной лиге, безусловно, не самом верху, да, как бы, в какой-то еще. То есть, ну, теоретически мы можем для бедных регионов тоже придумать какой-то выход. В принципе, вот наша цель здесь сегодня, вот, может быть, формулировать какие-то такие вещи. Потому что если мы, повторюсь, понимаем, что мы не тянем эту массовость, да, давайте не будем гоняться там за потемкинскими деревнями и обещать, что как бы у нас вся страна будет там через год играть в хоккей, там каждый, там, грубо говоря, десятый. Давайте поймем, что вот эти регионы у нас слабы. Ну, как мы с ними работаем? Мы же, по большому счету, не должны их бросать, да? Мы должны понять, что там все равно родятся талантливые мальчики и девочки, да, которые теоретически могли бы стать звездами хоккейными. Да, Володь. Я хочу сказать, что, во-первых, Игорь сейчас мне секрет открыл. Я понял, почему наша сборная в футбол все-таки выиграла меньше, чем хоккейная сборная. Потому что он сказал, что хоккеист должен выйти и играть на площадке. А футбол пошел и погонял там мяч. Поэтому мы, может быть, и не можем выиграть, потому что у нас также не хватает полей хороших, где бы дети как бы получали свое спортивное мастерство. К чему я это все говорю? Вот мы уже сказали много уже как бы таких тезисов. Вот это не знаем почему, это не знаем почему, вот это почему не делается. Вы знаете, с массовостью проблем у нас в стране нет.
Вот ты, Сергей, сказал, что у меня ребенок занимается хоккеем. Да нет у нас проблем. У нас нет проблем, давно уже со льдом достаточно. С тренерами есть проблемы. Но самая главная проблема с методой, то, как мы их воспитываем. Ведь мы, почему из этих 50 тысяч у нас там 20 куда-то не попадает? Потому что они негодны, они не проходят профотбор. Значит, мы их плохо готовим на выходе из дюшор. А почему мы их плохо готовим? Значит, нет единой методы. Опять вопрос, а кто за это отвечает? Если была единая программа воспитания профессионального юного хоккеиста, которая бы была основана на достижениях советской школы хоккейной, тренерской я имею в виду, да, которая впитывала в себя ежегодно новые достижения международных, ну, других федераций. А так говорят, вот теперь мы будем играть поперек. Почему? Так играют шведы и чехи. А почему? Так у них такая программа. Мы же с этого и начали разговор. Вот. Нужна четкая программа. Система, которую должна нам предоставить Федерация хоккея России. Где и никакой, она? И никакой нет проблемы с массовостью. Программа воспитания. И тогда этот средний класс придет в КХЛ. У нас не будет проблемы с игроками. А у нас, получается, средний европеец приезжает, да? Почему он наше место занимает? Да потому что тренер видит, что он знает базовые упражнения, он базово готов для игры на таком уровне. А нашего надо доводить. А доводить времени нет, если результат требует. Поэтому мы об этом и говорим. Не знаю. Плохо информируем, плохо знаем, плохо воспитываем. Кто за это отвечает, определить. Большая проблема в том, что у меня складывается четкое впечатление, что те люди, которые сейчас в Федерации хоккея России, не имеют большого желания чего-то менять. Когда звучат слова «советская наша школа, истоки», давайте не будем иллюзии испытывать. Ее практически уже нет. Что такое советская школа, сейчас я точно не понимаю. Я знаю, что такое американская школа подготовки хоккеистов, шведская. Это современные исследования, медицинские. Когда на семинарах Американской Федерации Хоккея, вот это Энн Арбор, который мы уже вспоминали, это городок в Мичигане, доклады делают люди из военного ведомства. Они рассказывают, какие они придумывают новые шлемы хоккейные там, на кевларовой основе. Это я понимаю. Потому что, когда мы говорим про советскую школу хоккея, это уже настолько иллюзорное понятие. Те люди, которые работают в федерации, опять же, вот я очень уважаю Бориса Александровича Майорова, но вот его фраза, которая часто звучит, там, когда мы снимаем нашу программу «Первая пятерка», ничего нового в хоккее не придумано. Если это и есть советская школа, да все эти американцы и шведы делают то, что мы раньше делали. Это ошибочное мнение. Сейчас в федерации хоккея люди, которые практически на 90% все так и думают. Они от всего современного отмахиваются. Мы побеждали и без этих всех систем. Но ничего нового они не предлагают. В этом проблема. То есть это не то, что вот эти дедушки должны уйти. Это будет грубо звучать. Но смысл, что людей, которые готовы были фонтанировать и проповедовать новые идеи нового современного спорта, их минимальное количество, если вообще не есть в этой федерации хоккея. Вот, если опять говорить про конструктив. Я просто скажу, вот сейчас Игорь сказал про пирамиду, да? Но я думаю, что у нас основания в порядке, нам не хватает стержня, возможно. Потому что, как ни странно, если мы еще раз вот скажем про детский хоккей, на сегодняшний момент один на один с вопросом, с проблемами воспитания юного хоккеиста, успешного хоккеиста, обученного и грамотного, да? Один на один с этой проблемой находится директор Сдюшор. Потому что региональная федерация отвечает только за календарь, расписание и штрафы. Но большая федерация отвечает за первую команду, там кто-то еще за что-то. А вот за то, чтобы дети прошли медосмотр, чтобы они сдали зачеты, чтобы они более-менее успешно участвовали в том или ином первенстве, да, отвечает директор Сдюшор. А вот у него спросить, много у него методик, рекомендаций, помощи каких-либо от каких-то вот вышестоящих. То есть перефразировать можно сказать, то есть вот человека, то есть руководителя Сдюшор, кто-то проверить вот некие тесты, да, вот как ты подготовил этого игрока, этих людей нет, да? И они готовы на эти тесты пройти. Другой вопрос, что опять не существует у нас, как не существует единой централизованной программы обучения юного хоккеиста утвержденной, да, потому что по многим вопросам, например, сколько должен ребенок участвовать в соревнованиях там, ну, в неделю там, и прочее, мы еще опираемся на те документы, которые были рождены еще в СССР, задолго до развала СССР. А поэтому они готовы участвовать в этих тестах.
Но они просят, чтобы мы изменили критерии оценки работы тренера детского. Да? Не 20-0 и не 12-0, да? А чтобы эти критерии приравнивались, сколько он воспитал хоккеистов в молодежной хоккейной лиге, сколько он дал хоккеистов в континентальной хоккейной лиге. Вот в таком духе. Процент травмированности или еще чего-то, там, обученности. Да? А пока у нас оценка одна. Как ты выступаешь как бы в том или ином турнире, к сожалению? Ну да, на своих местных соревнованиях, да. Как выступили, вот, пожалуйста, получите. Мне кажется, ведь нельзя воспитать человека-робота. Вот все должны по этой методике, все должны вот так вот все это знать от начала до конца, где, как бежать, как прикрывать там ту или иную позицию и так далее. Нужны люди, у которых голова гроссмейстера, руки там шулера или картежника какого-нибудь, а ноги балерины, понимаете? Вот такие люди нужны, понимаете? А как вот таких людей найти вот в этой массе, понимаете? А раньше же находили. А вот находили, потому что были тренеры-сподвижники, понимаете? Они думали об этом, они видели людей, так сказать. Как появился у нас Бобров там знаменитый, конечно, таким же образом. Там масса. Тот же Малкин, понимаете? Вот он неординарный парень, он, так сказать, вырос где-то что-то. Вот изучать надо такие вот вещи тоже, помимо теоретических каких-то обобщений, там, как вот методы там, тренировок и так далее. Нужна школа тренеров, хорошая школа тренеров, понимаете? Где люди должны быть не только, так сказать, на основе там, каких-то знаний и прочего, просто еще должна быть какая-то интуиция, психология, видение проблемы, понятно, понимаете, изнутри. Понимаете? Почему мы знаем знаменитых режиссеров, там, а где тренеры, где у нас Тарасов, где у нас там Чернышовы? Где так вот об этом мы говорим, люди? Где они? Где задавали они? Этот вопрос, где тренеры? Они? Вот где наша школа тренеров? Где эта самобытность нашей школы тренеров? Почему Юрзинов отстранился, он там в Швейцарии? Вот надо таких людей возглавить, которые еще помнят. Так как ФХР отстранило, они стали не нужны. Вот не нужны. Вот в чем собака. Потому что сейчас все получают хорошие деньги, зачем он что-то меняет? Понимаете? А вот Федерация хоккея России как раз и должна создать вот эту систему они подготовки тренерских кадров. Они хорошо устроились, у них все они, тихо, к сожалению, без шума и паники, без пыли, понимаете? Мы же об этом и говорим. Так и есть, мы же об этом и говорим. Им хорошо, им комфортно, они при должностях, и вот глобальная эволюция абсолютно не нужна. Знаете, я хотел еще один такой пример рассказать. Буквально три года назад по проблемам детского хоккея круглый стол проводил Вячеслав Фетисов и Алексей Косатонов. ЦСКА это проходило. И пришли родители, достаточно живое, бурное обсуждение было. Даже в конце концов пару родителей между собой еще и подрались, еле охрана их там растащила. Ну, детский спорт, горячий спорт, мы понимаем, проблемы. Коллектив достаточно тесно. Вы как отец хоккеиста не можете об этом не знать, Владимир. А? Ты как отец хоккеиста не можешь об этом не знать, я говорю. И вот встал один папа и рассказал, что у него ребенок занимался в «Белых медведях». Летом они выиграли свой этап, и летом их команду растащили по другим специализированным школам. И оказалось, что ребенок не самый там крупный, он оказался без команды, он не нужен никому. Он попробовал перейти из одного региона в другой, это стоит, переход стоит денег определенных, да, такие у нас порядки, и они достаточно правильно, никуда от этого не деться. Но в результате он нашел свое место не где-нибудь, а за океаном. Он прошел отбор, закончил там колледж, играл в студенческой лиге, стал гражданином. Я вот боюсь теперь, что он гражданин Канады, а не России. У нас еще одно мнение есть. Да, да, да. Как раз вот говорят, что у нас не хватает, да, техничных ребят, но, в принципе, а почему бы не обратить внимание на тех, кто, допустим, хорошо развит физически, но там, у него не такие прекрасные руки, к примеру, потому что из этих-то ребят тоже могут вырасти хорошие, талантливые хоккеисты. А в том плане они не будут проигрывать в силовой борьбе, да. Вот у нас, я много общаюсь с ветеранами, они говорят, у нас, в принципе, основное внимание уделяется в тех же самых детских школах тому, что техничные ребята больше выходят на лед, они дают результат, поэтому им больше тренерского внимания, соответственно. А те остальные ребята, которые, допустим, сильные, но нет у них, да, там, таких навыков, они, в принципе, и заканчиваются хоккеем. Вот это та самая, в принципе, массовость, да, вот куда и уходят эти ребята, получается. Да, такая проблема тоже, пожалуй, есть. Ну, это опять же вопрос организации каких-то, да, там, не знаю, дополнительных ли лиг там, или каких-то еще параллельных соревнований, то, чего у нас как бы очень часто ограничено, наверное, количеством катков, как мне кажется, но могу ошибаться здесь. У нас 90% выпускников Дюшор практически вообще с хоккеем заканчивают. Они вообще уходят из хоккея, все, 90%, почти 90%, все, они с хоккеем вообще заканчивают. Им деваться некуда. Они просто не востребованы. Да, я тоже с родителями общался, и многие говорят, ну что, надо собирать деньги, чтобы, вот я хочу, чтобы мой ребенок, да, и сам ребенок хочет продолжить заниматься хоккеем, собирать деньги для чего? Для поездки
Северную Америку. Потому что сейчас новая популярная волна, а я думаю, что если ничего не изменится, через 2-3 года это будет такая прям фишечка, это обучение в американских колледжах. И сейчас вот мне доводится уже несколько лет комментировать, ну, NCAA, студенческий хоккей американский, ну, финальные соревнования, и смотришь, в ростеры команд стали, вот еще несколько лет назад это было крайне редко, стали все больше и больше появляться фамилии российских игроков, которые выступали Дюшор, ЦСКА, в Северной Америке, то есть он получает образование, понятно, американское образование, играет в хоккей, и если получится, может выйти на драфт, все, едут туда в огромном количестве. Несколько лет назад нам говорили действительно цифры, вот до скольки, до заключения первого профессионального контракта, до 18, да, я так помню лет, то есть до, под некий такой общий контракт под ФХР, да, количество людей, пацанов, которые уезжают в Северную Америку, и не только в Северную Америку, там в этом списке Украина, Казахстан, там Дания, Норвегия, это сотни и сотни, это просто такое количество. Я был поражен количеству уезжающих из России. Сережа, вот вопрос такой. У меня просто есть тоже одна знакомая, которая как раз сейчас рассматривает вариант отправки своего сына, вратаря. Да, он третий вратарь в команде, занимается в ЦСКА. Вот как раз в один из, ну, в школу под Торонто, в Онтарио. Естественно, у нее куча каких-то опасений, да, поскольку она не совсем понимает, куда он проводит. Вот твой, насколько ты знаешь, как специалист, насколько это, ну, благодатный путь, что ли, стоит? Имеет смысл реально, по твоим ощущениям? Сейчас мы говорим про одно, и я вот если скажу, да, это имеет смысл, это будет как-то выглядеть, об одном говорили, теперь до конкретики дошли, да, имеет смысл. Но я же стараюсь быть честным, да, это имеет смысл, потому что это отличный опыт жизненный, это совсем другая культура, это изучение языка, это получение, возможность получения хорошего образования, и если человек любит хоккей, юноша, парень, то это игра в хоккей. Со всеми взятками, да, подкатками вот этими, это дешевле будет. Этого практически не существует. То есть там дешевле будет. Какие там есть подводные камни, если вот как бы родители выбирают такой путь? Есть ли они вообще? Я думаю, что самый главный вот этот подводный камень – это вот некая ментальность. Далеко не каждому дано спокойно вписаться вот в этот американский образ жизни. Многие наши такие по-настоящему русские, не имея какой-то большой группы друзей, своих соотечественников, теряются, тухнут, и просто ему хочется быстрее вернуться. Пускай здесь я не буду играть в хоккей, но я здесь в привычной обстановке. Вот это самое главное. Это, как говорит мой коллега и друг Александр Хованов, культурный шок. Не все его переносит. Вот по поводу того же Нечушкина, вот есть некие подозрения, он не знает английский, и у него могут возникнуть самые большие сложности именно с этой точки зрения. Я вижу, что там у нас Михаил Соколов сжимает микрофон, явно хочет. Ну, в принципе, вы уже обсудили все эти темы. Я хотел бы Сергею сказать, что только в прошлом году уехало за океан 350 человек. Как минимум, там, по-моему, чуть больше порядок цифр. Ну, то есть 300 это же. Да. Вот. И, собственно говоря, в молодежных лигах в Северной Америке, там я видел в интернете, где-то у меня была ссылка, обязательно потом вам дам ее в Фейсбуке. Команда просто составлена из русских, украинских, белорусских игроков. Агенты привезли, и вот там они вот так вот варятся. Причем тренер североамериканский. Вот. Я тут почитал программу, вернее, декларацию ФХР, иначе ее назвать нельзя. Хорошее слово, декларация. Да, декларация намерений. Вот, собственно говоря, в планах Федерации хоккея России организация системы сотрудничества исполнительных органов власти субъектов Федерации в области физической культуры и спорта и учреждений высшего профессионального образования в Санкт-Петербурге, Москве, Омске, Челябинске, по подготовке и регулярной переподготовке тренеров по хоккею. Вот мне хотелось бы узнать, кто-нибудь вообще знает функционирование подобных? Я могу сказать, отвечаю по тому, как владею, ну, не полной, но достаточно серьезной информацией по Омску. Вот та школа, даже не школа, это академия хоккея, которую сейчас там строит, организовывает «Газпромнефть». Эта организация
ну, практически, вот, по крайней мере, на данном этапе не имеет никаких отношений с Федерацией хоккея России. Это те люди, но в первую очередь это вот сейчас руководство владельца команды «Авангард Омск», который заботится о развитии собственного резерва. Именно почему не из дюшор, не школа, а академия. Дело в том, что именно в Омске будут серьезные научные исследования в области хоккея. И то есть это что-то где-то можно сказать про образ вот этого Энн-Арбора в Мичигане американской системы. То есть получается, что люди, у которых есть желание, у которых есть четкое понимание, что этим надо заниматься, они у нас есть. И вот хороший пример появления вот такой академии в Омске. Но это не системно, и это практически без какого-то влияния и помощи Федерации хоккея России. Ну, то же самое, вот сейчас в Санкт-Петербурге, вот на базе школы «Гладиатор», то же самое абсолютно, они делают свою собственную школу, да, там есть ребята, кто уже закончил с хоккеем, и они вот там сейчас, они все вот тренируются, они приглашают специалистов из Канады, вот сейчас омский «Авангард», кстати, с 25 июня там начнет тренироваться на этой базе, то есть, пожалуйста, они сделали вот конкретно, да, отдельно взятая вот школа, отдельно от ФХР, да, потому что с ФХР они так и не договорились. Они сделали вот свою собственную школу. Они приглашают туда, Лора Стам приезжала, да, это вот один из самых известнейших преподавателей по катанию. Причем, самое интересное, у нее книга была на английском языке, сейчас эта книга уже есть на русском языке. Они перевыпустили, они сами вот в школе «Гладиатор» перевыпустили, ее уже сделали на русском языке. То есть, пожалуйста, ее можно приобрести, можно, ну, там, опять-таки, вот, берите, это все доступно. За последние 8 лет Федерация хоккея России не выпустила ни одной методички. Вообще то есть, про программу, про намерение мы сказали, но методички, которые в советские времена были в большом количестве, нет уже долгие-долгие годы. Я опять, я сегодня в роли защитника получаюсь, я заступился несколько за Федерацию хоккея России, да, и Королёв Юрий Васильевич большую работу проводит в научно-методическом отделе. К сожалению, он там практически один. Он выпустил. Да, методическое пособие есть. Оно было выпущено в прошлом году, и Федерация хоккея России провела, ну, наверное, за год один семинар, который в гостинице «Космос» проводил, собирались тренеры со всей России. Эта методичка была как бы роздана, и она разошлась, и ее не хватило, и люди ищут, и люди ксерокопируют это. Мы просто говорим о том, что нет централизованной системы информирования тренеров о новых достижениях. Нет вот этой вещи. Но я хотел бы еще в один аспект нашу беседу повернуть, да? Все-таки, а кто должен воспитывать хоккеистов? Вот сейчас мы видим, что Федерация хоккея России и Континентальная хоккейная лига, и они после чемпионата мира мячик так гоняют между собой и говорят, вот вы должны воспитывать, те говорят, вы должны воспитывать. А вот мы сегодня о детском хоккее говорим, понимаем, что проблема-то как раз именно в детском хоккее. Воспитывать-то уже в КХЛ некогда, в сборной тоже не а это и неправильно, я категорически против. Задача не должны КХЛ, там воспитывать, да, это абсолютно не касается Континентальной хоккейной лиги. Это профессиональная лига, где уже готовы игроки, даже те, которые молодые, они там должны повышать свое мастерство и играть непосредственно в хоккей. Но какие-то воспитательные задачи – это задача молодежного хоккея, ну, да, и федерации. Последний пример, да, вот Наиль Якуб в первый номер драфта. Его что сейчас в Эдмонтоне, как должны воспитывать, как говорить ему, как, что он должен делать, да? Абсолютно нет. Он пришел, он готов, он должен уже играть. Ну, вот ему объясняют. Ему тренер вот может, играть, да. Я вот благодарен Михаилу, который отметил, вот ведь последние годы нас очень много пугали и говорили чиновники, в том числе и хоккейные, что беда для России, что уезжают молодые талантливые хоккеисты, да? И никто никогда не замечал то, что у нас массово уезжают не самые талантливые молодые хоккеисты, и даже дети. С 12 лет начинают родители увозить за мечтой, за простой хоккейной возможностью заниматься хоккеем. В том числе те, про кого сказал Мария, тоже правильно, потому что если ребенок пришел чуть позже, если, как ты, Сергей, вначале говорил, не умел кататься на коньках, то шансов развиться и догнать тех, кто готов уже к 6 годам, нет практически. Поэтому они за той школой, за тем шансом они уезжают за рубеж, к сожалению. Ну, тут понимаешь, что с моей точки зрения несколько глубже проблема, потому что одно дело, они уехали. Вопрос, насколько высокого уровня они могут там достичь, потому что согласись, что через майнеры североамериканские до какого-то реально элитного уровня национальной хоккейной лиги у нас дошло там в любом, на руках одной руки. Мы говорим, который уезжал в локаутный год, это может быть тот же самый Сергей, Якупов, кроме, но вот кроме спортивного все. Достижения, мы понимаем, чтобы достичь самых высот, высших достижений в профессиональном хоккее, это не такой большой процент. Мы говорим о том, что родители понимают, если ребенок уже с 4 лет, с 6 лет, как правило, с 4 в России приводят в хоккей, да, с 4 лет, например, до 14, 10 лет уже посвятил хоккею, да, а уже через 2-3 года профессиональный как бы отбор начнется, и он его не пройдет, то он на социальной лестнице упадет очень больно и вниз.
А и, за океаном я это позволяет... Я с тобой не спорю, у меня как бы несколько другом ремарка. Понимаешь, мы, поскольку история не знает сослагательного наклонения, мы просто не знаем, сколько игроков мы потеряли там. Да? То есть они, безусловно, играют в хоккей, как бы это помогает развитию их личности, допустим, да, но они могут не вырасти до хоккеистов в силу того, что Сережа говорил до этого, да, культурный шок, потому что все-таки общество у нас немного разное, и как бы если человек не знает языка и сразу оказывается в той среде, да, ему, наверное, сложно, и как бы не любой выплывет. И вот, собственно говоря, те же самые реверансы. Но, с другой стороны, мы говорим, и очень часто звучит мнение, что наше огромное количество молодых игроков пропадают вот этих майнерных лигах. С другой стороны, ведь всегда есть некое противоречие. Но сильнейшие игроки, на которых мы теперь надеемся в Сочи, они практически на 90% играют в Национальной хоккейной лиге. Раньше или позже они туда уехали, это вопрос другой. Но факт остается фактом, что вот так однобоко всех вернуть рассматривать нельзя. Лучшие игроки, коль пока Национальная хоккейная лига является лучшей лигой, самой продуктивной лигой, мы не справимся на международном уровне без игроков, которые будут на самом высоком уровне выступать именно в этой лиге. Ну, с этим, я думаю, вообще никто не спорит. Мне кажется, что вот за океан едут не за хоккейной мечтой, в основном, ребят, а за тем, чтобы приобрести специальность. Понимают люди, так сказать, родители, что он может не стать звездой, там, не играть с Михаилом Кочем. Он поступит в элементарный вуз, даже в Оксфорд. Согласен. Если он будет хорошим, более-менее игроком на студенческом, он без платы за учебу, которая там... 40 тысяч или 50 тысяч надо платить, так сказать, чтобы поступить там в университет. Он будет бесплатно там учиться, получит специальность. Вот в чем причина. Это не в основном-то. Вот в этом причина, а не в том, что они там едут за хоккейной мечтой. Понимаете? Получить специальность, стать человеком. Он потом возвратится с американским дипломом сюда, в Россию. Понимаете? Сколько таких примеров? Мы об этом не пишем, не знаем. Оказывается, это есть и известно, это основная причина. Это вот этот аспект. И теперь еще второе. Вот, предположим, клуб раньше готовил в своей школе хоккеистов, пестовал их там. Они играли там, выходили на какой-то уровень. Сейчас готовят в школах, при клубах драфт, и они появляются где-то в Хабаровске, там еще где-то у кого-то, так сказать, есть приоритет в этом деле. И эти люди, в которых вкладывали душу там и все прочее, масса, они оказываются в других командах и теряются вообще для этого клуба. Какой смысл тогда готовить, предположим, ЦСКА, там, Динамо, я не знаю, московским клубом или другим людей так, на хорошем уровне, потому что они их не получат в итоге. Понимаете, благодаря тому, что существует драфт, и тут абсолютная лотерея. Понимаете? Куда, что там, какие-то подводные камни. То есть эти люди теряются вот в этом потоке. Понимаете? Ну, это как раз потемкинская деревня. Это тоже одна из проблем. Стоит ли тогда работать в клубе, да, вкладывать душу в этого игрока, вот с ним связывать будущие клубы, когда он окажется где-нибудь совершенно в другой команде? Не, ну мы тут видим, да, что драфт, он как бы континентальной хоккейной лиги такое немного искусственное образование, и те же самые воспитанники Динамо, они остаются в Динамо, получается. То есть клуб договаривается с другими клубами, чтобы их не брали. Игрока, когда он достигнув там 14-15 лет, окажется совершенно вообще на другом континенте. Нет, лучших своих воспитанников клубы, конечно, защитят. Они 5 воспитанников защищают. Другой вопрос, что драфт и вот последний, он лишний раз доказывает, что тут надо как-то вообще кардинально. Вот одна из тех вещей, которая скопирована из североамериканского хоккея, из национальной хоккейной лиги, там драфты в CHL проводятся, она совершенно у нас не работает. И она, вот, на мой взгляд, совершенно глупая даже затея. Тут надо что-то. У нас вот это, те традиции, которые пока они очень еще сильны, и если мы вот просто для того, чтобы красивую провести церемонию драфта, как в НХЛ, то это глупое мероприятие, на мой взгляд. Я тут согласен, да, то есть тут вот это то, что у нас в Советском Союзе было, и если у нас вот такие традиции, ну зачем просто реально взять и переламывать, когда это вот драфт, ну совсем у нас пока не работает. Тем более у нас основание другое совсем. Вот в Америке же нет такого, что при клубах есть своих академии, да, как есть, допустим, в английском футболе. Да, при любом там Манчестер Юнайтед есть своя футбольная академия. Здесь такого нет, и мне тоже кажется, что это несколько искусственное образование такое, которое работать не может. Я вообще удивился, что там тот же самый Николишин Ваня, да, ушел там 29-м, по-моему. Я просто видел, я небольшой специалист в юниорском хоккее, в юношеском, но я был на Олимпиаде юношеской там пару лет назад, что ли, в Инсбруке, где Ваня был там лидером этой команды нашей, которая в финале там кому-то проиграла, сейчас Финном. Не вспомню. Финном, да.
Это не два года назад, это было... Десятый, нет. По-моему... Нет, двенадцатый год. Двенадцатый год, да. Двенадцатый год, да. Мне Андрей много рассказывал про... Ну, Ваня там был, ну, наверное, лучший... Ну, капитан? И капитан, и по игре просто. Я говорю, я удивляюсь, что бах, и человек 29-й неожиданно. Осипов, по-моему, тоже в той команде играл, могу ошибаться. То есть, возвращаясь, опять же, к конструктивной части нашей беседы, вот мы выносим что еще? Что стране нужен некий аналитический, методический хоккейный центр. Должен ли он быть при Федерации хоккея, да, как организации, которая отвечает за развитие хоккея в этой стране? Наверное, должен, если его там нет. Я так понимаю, что его там нет. Возможно, какие-то территориальные, региональные структуры, вот как Сергей рассказал про Омск, да, и наверняка там и Санкт-Петербург, да, насколько я помню. Наверное, они тоже могут иметь право на существование, ну, будет только лучше всем. Вопрос тоже, как бы, на какие средства они финансируются и по какой программе они работают. Потому что мы все равно упираемся вот, как бы, в этот первый кирпичик. Ну, видишь, «Газпромнефть», тут сразу вопрос снимается, на какие средства. «Газпромнефть», есть такое желание, есть люди, которые и доказали, что это делать надо. У нас же вот особо-то не принято на долгосрочную перспективу. Здесь и сейчас. Когда отдача? Через два года будет? Нет, через 10. Ну, это совсем не интересно. Но что-то меняется, слава богу. Я знаю, в Хабаровске есть тоже желание это частные деньги будут, частные деньги. Это, я считаю, совершенно правильный подход. Но мы же все начинали с Федерации хоккея. То есть вот Федерация хоккея, как мне кажется, они были бы очень даже довольны. Молодцы, «Газпромнефть». Отлично. Хорошее начинание. Но они, с другой стороны, мы умываем руки. То есть вот то, что ты сказал про мощный аналитический центр, который должен быть, и там должно быть предостаточно людей, это обязательно, потому что вот это сейчас маленькая-маленькая ячейка Федерации хоккея России и их региональные представители. Вот вспомните ситуацию, когда линчевание устроили Быкова и Захаркина, когда это заседание, и смотришь фамилии этих людей, и ну практически вот все, с кем я общался, кто эти люди? То есть они всплывают только в одном случае. Вот Михаилу есть что-то добавить? Микрофон только, Миш, дождись, пожалуйста. Немного насчет линчевания Быкова и Захаркина. Смотрим, кто такой у нас Игорь Владимирович Захаркин, и чем он занимался с 2008 по 2010 года. Он у нас был заведующим кафедром теории и методики хоккея Российского государственного университета физической культуры, спорта и туризма. Вот мне интересно, а сколько он там лекций прочитал? Много. Я тебе сразу могу сказать, много. Да. И, кстати, Быков с Захаркиным были, наверное, теми людьми, да, которые предлагали сделать вертикаль сборных. Да, вот юниорская, молодежная и национальная. Дали им это сделать? Не дали. Я считаю, что Захаркин на уровне самым высочайшим – это последний, пока единственный человек, которого можно назвать современным методистом хоккея. Абсолютно. При разном отношении человеческих к нему. Да, я бы хотел тоже еще и собственного. Ну, поэтому насчет этого здесь абсолютно. Хорошо. А вы мне скажите, как человек может, пардон, на трех лошадях скакать, когда он и главный тренер, вернее, тренер Салавата, ну, тандем, да, и тренер сборной, и еще и завкафедрой. Мало без микрофона. Вот. Мне вот очень интересно узнать так подробности. Я учусь в РГУФКе, я могу рассказать некоторые подробности. Вот, пожалуйста, да. Значит, вот был Кубок Первого канала, по-моему, в 2010 году, наверное, и в пятницу день без игр был, и Игорь Владимирович приезжал в ГУФК и читал там лекцию о шведском хоккее. Да? Это точно было. Да, другое дело, что... Нет, много лекций проводил, что многие абсолютно. Тренеры там сидели вот так вот и почти засыпали, это действительно было так, но лекции он читал там. И более того, проводились исследования со сборной России, с кафедры РГУФК, с кафедры хоккея, приезжала группа, и они ставили какие-то датчики там. Я вот, честно говоря, уже не помню, чему конкретно было посвящено это исследование, но то, что они в то время проводились, и довольно-таки часто именно с национальной сборной, то это действительно было. Я точно знаю, что ветеранов советского хоккея это раздражало. Да. Они вот на это относятся все, да перестаньте вы с этой ерундой. И вот то, что Захаркин называл псевдоспециалистами, многие неправильно это перевели, посчитали псевдоспециалистами все себя, журналисты, специалисты. Многие обиделись. И поэтому на него вот такая волна негатива. Но на самом деле многие вещи, которые он пытался привить и прививал в той же национальной сборной, они были достаточно современными и работали. До определенного момента. Я тоже, наверное, выступлю в защиту Игоря Владимировича, потому что, будучи, скажем так, коллекционером различной хоккейной литературы, у меня, как у многих, я думаю, людей такого, ну, более старшего, что ли, возраста, есть воспоминания и даже несколько экземпляров того, что раньше раз в год выпускался ежегодник «Хоккей», он назывался.
Такое методическое пособие. Оно, кстати, выпускалось в Советском Союзе, физкультура, если не ошибаюсь, и спорт издательством, не только по хоккею, были и футбол, баскетбол, как минимум. Что из себя он представлял? По большому счету был сборник вот именно методических статей, но еще там была одна очень интересная вещь, которую как раз я хочу мостик перекинуть. Там обязательно, это была одна из первых статей, был отчет главного тренера сборной по завершившемся чемпионате мира. Причем это отчет не такими уж совсем расплывчатыми фразами, а с некими технико-тактическими характеристиками там, по звеньям в основном, да, как сыграли микроматчи, кто хорошо, кто плохо и почему объяснялось. Мне кажется, это очень, да, очень важная такая штука, потому что мы сталкиваемся ежегодно практически, особенно в случае, если наша команда выступила не так хорошо, как нам того хотелось бы, с тем, что у нас возникает некий информационный вакуум вокруг того, что тренеры сборной вообще думают по поводу выступления. И в связи с этим я как раз хотел к аудитории, к участникам обратиться вот со следующим вопросом. Не нужно ли нам каким-то образом в обязательном порядке вернуться вот к этой вот, не знаю, технологии, что ли? Да? Вот каким образом это можно сделать? Стоит ли возродить, может быть, какие-то там тренерские советы, скажем, наставников там высшей, ну, континентальной или хоккейной лиги, либо каких-то еще там лиг? Вот с этой точки зрения посмотреть на проблему. Да, Владимир Львович? Вот вернуться к чемпионату мира. Вот сборная Швейцарии. Может ли кто-то назвать там выдающегося игрока, так сказать, который вот запомнился своей техникой, мастерством, мыслями там, я не знаю. А в московском «Динамо» это была команда. Нет, игрока? Это была команда. Это был какой-то глобальный, я не знаю, хоккей, сумасшедшие тотальный эмоции. Все про... Вот если бы им хватило эмоций, они бы были чемпионами мира. Это совершенно точно. Они просто устали. Шведы, конечно, это, так сказать, голова, все играли прекрасно, много мастеров. Но те просто их, ну, перебегали. Они мелькали как в парной, там, понимаете. Неизвестно, кто откуда, что и кто такой. И все время какие-то опасные моменты. Это невозможно было понять. Вот, наверное, смысл, так сказать, современного хоккея вообще сейчас, вот в этом заложен. И шведский тренер, он стоит, вот всегда Виктор Васильевич Тихонов, так сказать, он внимательно смотрит за действиями тренера, ну, где-то ревнует, естественно. И вот он, вот, ну, что это за тренер? Ни слова не сказал во время игры. Вот стоит, смотрит. И тем не менее, шведы чемпионы мира. А он стоит, вот, смотрит, как играют его подопечные. Ни одного слова не сказал. Он перерывом что-то сказал, скажет. Это естественно. Он не вмешивается. Это считается тренер, который вот кричит, орет, там, бьет кулаком кого-то, по-моему. Это тренер. А тут, вот тут масса каких-то есть нюансов, моментов, которые надо изучать внимательно. И Захаркин, это человек, которого мы недооценили. Я считаю, что это специалист, который должен был работать в нашем хоккее. У него очень много интересных мыслей. Я помню, вообще, когда он играл еще за юношей в хоккей, он был средним игроком таким, средним игроком. Но у него всегда какие-то были идеи, которые, так сказать, расходились с мнением тех, кто стоял у руля. Но он всегда их раздражал вот своими идеями какими-то. Что нам сделать для того, чтобы вот такие средние бывшие игроки и ныне тренеры, вот они не расплескали свой талант? То есть вот что конкретно надо сделать, да, не просто там... Наверное, как бы... изучать опыт, во-первых, стариков, которые работали, так сказать, во всех отношениях, как они верили. Того же Тараса, у него 20 книг, по-моему, о хоккее, у него там масса интересного, так сказать, написано вообще. О людях, он, это своеобразный хоккейный Станиславский. Так, так вот уже даже вопрос. Мы вообще забыли Володь, про него, слышишь? Вообще мы добивались своих успехов тогда, когда у нас у руля, ну не то что у руля, да, у руля сборной в том числе, у руля вообще хоккея, лидерами клубного хоккея в том числе были люди неординарные. Они становились законодателями моды хоккейной. Сейчас мы не являемся все-таки законодателями моды хоккейной, надо признать. И поэтому вот покуда мы... А неординарных личностей мы не приветствуем, мы их как бы теряем и забываем про них. Поэтому вот у нас ничего пока не получается, наверное. Потом... Ну вот федерация нам, да, показала, все, Быков вот... Захаркиным не нужны стали, все. Вот, предположим, взять сейчас это хоккеистов швейцарских и наших, вот по сумме мастерства, там, ведение шайбы, там, бросок по воротам, щелчок, там, так сказать, умение сориентировать, мы ни в чем не уступим абсолютно. Но они почему-то лучше играют. Почему-то у них есть результат, у нас нет. Вот где зарыта собака-то, понимаешь? Но мне кажется, это тоже не совсем корректное сравнение, при всем уважении к сборной Швейцарии, да? Тут очень много нюансов, которые мы так упускаем, все говорим о методиках каких-то там. Есть какие-то вещи, которые мы просто... Так это тоже система. Как это произошло? Это что же методика? Как это могло случиться? Что случилось? Да почему?
вот потому. Кстати, очень интересная вещь здесь прозвучала, да, как-то мы не обратили на нее внимания, но она тоже должна быть озвучена. Это действительно то, что по чемпионату мира, да, вот завтра исполком, но, собственно же, не, да, вот никаких слов-то никто не произнес. То есть вообще даже никто не разбирал, что произошло, да, то есть все наши специалисты, которые в свое время там 17-0 там, или 15-0 голосовали, да, против Быкова и Захаркина, они сейчас как-то все немножко так отмолчались, да, они не сказали, что произошло, да, вот на мой взгляд, там то-то, то-то и то-то, никто же ничего не сказал. Вот, почему практически никто ничего не высказал, почему сборная так высказала. Наши великие вратари, вот так сказать, которые там были, они терялись в каких-то элементарных эпизодах, они даже не могли понять, как это могло произойти, вот пропустил шайбу между... щитков там в домик. Даже практически можно сказать, как наш, это произошло. Наша, у них даже в голову, как это произошло? Да? Почему это произошло? Она же на этот счет тоже не высказала. Им даже не были единицы, кто как это реально высказался. А ведь не по сути. Оказывается, можно и так подыграть, понимаете? По сути, да, ведь никто же не сказал ни слова, почему сборная провалилась, да, и почему вот там, я не знаю, ошибки Беллидинова, там ошибки, я не знаю, еще кого-либо, там любые. Но об этом же никто не говорит. Вот. Нет, Володь, это как говорят, просто если бы это было интересно, мои. Два коллеги, два Александра, Александр Байков, Александр Хованов, люди, которые сейчас, наверное, одни там, из лучших аналитиков хоккея, они разбирали непосредственно хоккей. В тех матчах, которые сборная России да вот мы сейчас делились со мной впечатлениями, мне не хватает хоккейного образования, я не играл в хоккей на высоком и даже на низком уровне. И на самом деле достаточно четко, если бы есть желание, вот завтра будет Федерация хоккея России, ведь там не будут исполком. Говорить о том, исполком, о том, о чем мы говорим, это не какая-то глобальная проблема. Это конкретный тренер, конкретные люди, конкретные матчи, где ошибки допускалось. И разбор это не будет иметь значения, на мой взгляд, даже к Сочи не будет иметь значения. Просто в данном случае Беллидинов по каким-то причинам допустил больше ошибок, существенно больше, на фоне тех исполнителей, которые у него были. Ты вот где-нибудь прочитал хоть какую-то критику в адрес Ильи Ковальчука, который, в принципе, один из лучших бомбардиров чемпионата, но вот люди, которые глубоко понимают хоккей, наблюдая за действиями Ильи Ковальчука в матчах со сборной Франции и в матче со сборной США, отметили, что он был в этих матчах одним из худших по уровню своего таланта и возможностей, одним из худших. Я даже никто не обратил внимания. Мне просто было бы... Не, ну побрызгал, вот узнаешь, тут эта тема популярная, она спекулирует. Нет, я не к этому, я не к тому, что он там высказывался. Я по его игре даже ничего не прочитал. Я не прочитал там по игре Никулина, там, да, по игре, сам? По игре Тютина. Я написал. Я написал и говорил об этом. Поверь мне, люди, которые и Белезинов, и его помощники, этот материал собран достаточно специфически, конкретно по вот действиям каждого индивидуально игрока, по тем ошибкам, которые эти люди допускали. Просто было бы интересно послушать, как они будут отчитываться. Но, насколько мне известно, был даже вариант, что журналистов могли не пустить на завтрашнее мероприятие. Провести исполком в Швейцарии или где-нибудь в Англии? Вы знаете, вот, так сказать, картинки прошлого. По-моему, это 82-й год, Финляндия. Я вел репортаж как раз, наши играли с американцами. И мы проигрываем 0-2 в первом периоде. И вдруг, когда до конца первого периода остается минут 10, Фетисов, капитан команды, находит их капитана и бьет ему по челюсти. Да так, что тот отлетел, значит, метров на 5. Естественно, это всех возмутило. Американцы всей команды выскакивают на лед, наши тоже, и начинается всеобщая драка. Сзади сидят американские комментаторы, говорят, и вот они, у нас уводится картинка, в то время это модно было, значит, все в порядке, там что-то такое, балет показывают. Вот, я не знаю, что говорить. И я слышу, что говорят американцы. В то время как наши дипломаты в Женеве, там остатки холодной войны, там уничтожают. Здесь идет горячая волна. И кто же затеял ее? Конечно, русские. Понимаешь? И вот такая политическая, значит, я слышу, они там между собой. Вот. После, да, второй период, там удаление масса, но мы этот матч вытянули и выиграли. Я подхожу к Фетисову, я говорю, что ты наделал? Ты зачем по морде въехал, капитан? Он говорит, ты в хоккей ничего не понимаешь. Если бы я ему не дал по морде, мы проиграли. Вот был тот же Ковальчук, мог зайти и драку в этом матче с американцами, все бы перевернулось, и мы бы выиграли в конце концов. Вот нужен был Джокер. Понимаете, это дело, причем, да,
Я Фетисов спросил, тебе что тогда этот самый Тихонов сказал, чтобы ты там набил морду американскому? Нет, это я сам решил. Я понял, что надо так перевернуть это. Есть вот такие моменты, эпизоды, которые в голову не придут никому. Но был Фетисов, это был гений, так сказать, хоккейный. Понимаете? Он это решил. Коллеги, я хотел бы все-таки вернуться, опять же, к тренерскому вопросу. С учетом того, что мы уже более полутора часов беседуем, предлагаю как-то немножечко завершить этот наш круглый стол. Но прежде чем это сделать, вот короткое, может быть, чье-то мнение, а может быть, ни одного человека. Вот мы, если возьмем тот же самый Ванкувер, тех же самых канадцев, которые там выиграли, люди формируют тренерский штаб из, по большому счету, действующих тренеров, ну там, кроме Хичка, как на тот момент, и то он как бы из Коламбуса туда ушел, но как бы все равно его можно считать действующим тренером национальной хоккейной клуба, национальной хоккейной лиги. И ситуации, как Лебедь, Рак и Щука, у них не получается, да, у них как-то прописана эта иерархия, есть генеральный менеджер, там, какое-то распределение обязанностей, там Майк Бэб как лидер всей этой команды, тренерской, я имею в виду. Почему-то у них это работает. Точно так же у них работает, когда они приводят на чемпионат мира, там можно называть там шестую, пятую по составу там команду Канады. То же самое про американцев можно сказать, да? Почему у нас вот этот опыт, он как-то не приживается на нашей почве? Вот есть у кого какие-то соображения на этот счет? Почему у нас тренерский штаб делается под тренера? Я не говорю, что это плохо. Но, может быть, на такой турнир, как Олимпийские игры, имеет смысл как-то усиливать штаб, ну, скажем, полярными, может быть, чем-то даже специалистами, как это было у нас в советской, там, ну, в том же самом прошлом? Не имеет никакого смысла, потому что если ты будешь настаивать, что в тренерский штаб включили другого специалиста, значит, ты берешь ответственность на себя. Ну, то есть, так, кстати, дал тренеру, сказал, тренер сказал, что он так вот выиграет, он ответственен за результаты, поэтому он будет виноват. Потом... Опять же, здесь есть четкая система. Юниорский хоккей, молодежный хоккей, они идут, они растут по этой системе, они уже знают, что от них требуется. Да? Они постоянно вот в этой системе растут. Они знают, он пришел в национальную сборную, он уже знает, что ему делать. Да, там есть некая корректировка, да, она будет, но, собственно, он знает, как играть. То есть они готовы уже к этому. У нас пытались такое сделать, да, у нас пытались это сделать в молодежной сборной опять вот сейчас в Уфе, но если ты делаешь так, ты должен под эту систему подбирать конкретных исполнителей. То есть не так вот мне там, да, Варнакову сказал Беллединов, вот так играем по этой системе. Нет, так не должно быть. То есть тренер должен тогда под эту систему подбирать конкретные исполнители, которые будут понимать, что от них требуется. А когда они выходят на лед, они не понимают, что от них требуется. То есть они где-то там с собой суперсерии сыграли по одной системе, а вот здесь они приехали на молодежный чемпионат, они совершенно в других были рамках, да, они должны были играть по-другому. И когда они уже плюнули, что мы так все равно, нас так не получается, они стали играть несколько в другой хоккей, да, мы вроде как увидели другую сборную, но уже немножко поздно было. Классический пример Локтионов, который на самом деле вторую половину, да, первого сезона в Нью-Джерси провел очень неплохо, и рекомендации того же Ковальчука, что Локтионов надо и посмотреть, и попробовать. Получается, что и Белелединов совершенно не знал, кого он берет, то есть он доверился мнению людей. А это решалось в самолете, это абсолютно, я вот сейчас могу честно сказать, вызов Локтионова решался в самолете, когда команда летела с Евротура, потому что Белелединов понимал, у нас нет центральных нападающих, нам нужен кто-то. Объясните, знаете, был после объясните травмы. Мне, как это может произойти, если у нас как бы тот же сам Беллинов, освобожденный тренер. Сергей, вот да. мы опять вернулись, собственно говоря, к тому же, к отсутствию какой-либо системы, к отсутствию той же вертикали, которая держит пирамиду. Вот знаете, что происходит на уровне детского хоккея? Как правило, у нас сборные юниорские, сборные регионов, они формируются из ведущих топ, ну, команд, которые принадлежат каким-то клубным школам там, да? А другие ребята, может быть, они по таланту не хуже, но они позже развиваются, да? Они эту школу не прошли. И когда они попадают в сборную, они не знают базовых упражнений, нет базы. Когда в европейских странах более компактно существует вот именно программа развития и воспитания юного хоккеиста, они знают базовость. И он в каждой сборной, эта база одна и та же. Одни и те же тренеры их ведут. И они там приходят в любом состоянии, он с любого клуба приедет, он знает, как в этой сборной тренироваться, играть. Да, у нас разорванность, это преемственность. Абсолютно. У нас преемственность нету из детского хоккея. И вот, собственно говоря, почему так больно всеми воспринят этот итог? И когда у нас говорят спортивные чиновники, ну что же вы так на сборную взъелись? Потому что, в принципе, ну и канадцы проигрывают какой год, и другие там проигрывают, но так их не ругают, как у нас. А потому что мы долго-долго говорили, что вот швейцарцы нас обыгрывают на юниорском уровне, вот швейцарцы нас догоняют на молодежном, потихонечку щипают и бьют там, да? И мы все это говорили, да-да-да, мы смотрим, но мы все равно дожмем своим лучшим составом любого швейцарца. И вот незаметно для нас этот момент наступил.
Ну, пока еще нет, еще не было лучшего состава. Посмотри, что шведы сказали после юниорского чемпионата мира, да, вот, который проходил у нас в Сочи. Они сказали: слушайте, классный опыт, мы здесь так здорово, да, получили такой грандиозный опыт. Да, мы все проиграли, но мы теперь знаем, что мы сделали не совсем правильно. То есть мы получили просто колоссальный опыт. Что сказали наши тренеры? Да практически ничего. Ну вот да, проиграли, да, вот. Вот проиграли. А никто же не сказал, почему проиграли, как так получилось, опять же, вроде как, да? Я абсолютно уверен, что у многих болельщиков хоккейных, которые не следят за национальной хоккейной лигой, то есть не то, что уверен, а написали, даже двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников сказал, что вот этот защитник под 51 номером, просто удивительная вещь. А Тютин очень неплохой защитник, но Тютин, вот по крайней мере защитников, это самый классический пример. Он вообще не игрок системы Белединова. И Белединов не знал, как его использовать. Использовал его абсолютно и совершенно неправильно. Потому что, ну, так не бывает. Смотришь игру Локтионова за клуб Анхайловский, смотришь игру Тютина за Коламбус, и в сборной видишь, как будто вообще совершенно других людей. Это так называемый технологичный хоккей. Людей, которые бы в Северной Америке, не один Кравчук, а еще в этом году он занимался юниоркой, а их должно быть как минимум 5 человек, должны четко понимать, какой хоккей будет играть Белединов, и переносить это на то, что они видят на НХЛовских площадках от того или другого российского игрока. Тема тобой, Сергей Пудинта, она правильная, и она даже где-то связана. Разрыв. Разрыв, который существует там в детском хоккее у нас, то есть не системности. Получается так, что за все отвечает Белединов, и никто ему сейчас, условно говоря, не предложит какого-то помощника, который бы имел достаточно четкую, но почти полярную точку зрения относительно там формирования или каких-то игроков. Поэтому пример советский, он очень показательный. У Тихонова был Юрзинов, у Чернышова был Тарасов. Тарасов. Все для того, чтобы был некий конфликт интересов двух мощных, но там противоположных или, по крайней мере, разных точек зрения. Все замкнулось на Белединове, замкнулось хорошо год назад, разомкнулось, и это, безусловно, проблема, но я так понимаю, до Сочи ничего уже делать не будут. А уже, наверное, вряд ли что успеешь сделать. Так, нет, на самом деле это можно, что значит не успеть сделать? Нигде не попробовать, что ли? Ну, канадцы как бы и не парятся, где же мы попробуем, как сработает Хичкок, Бэбкок и все остальные? Нет, не надо пробовать. Я вот просто, друзья, вот хотел сказать, вот Сергей, возвращаясь к вопросу о том, что почему у нас не так вот эта система, тема канадская не приживается там, да? А вот кто-нибудь из спортивных коллег-журналистов скажет, кто у нас является председателем тренерского совета Федерации хоккея России? Ну, тот человек, который принимает отчеты у каждого главного тренера. А в Хоккей Канада ты можешь такого человека назвать? Не, я не знаю, я же не канадец. Ну, в общем, мы пишем о российском хоккее в большинстве. Я обезоружил. Все, да, Борис Александрович Майоров. Вооружил. Да. И это, вот они три заседания были, проходили по отчетам после молодежных и юниорских там первенств, там, осенью несколько раз. То есть это не постоянно действующий орган, а, наверное, он должен быть постоянно действующим, куда бы входили эти тренеры, которые, может быть, на данном этапе безработные, но могут здесь приложить свой как бы потенциал. Наверное, как-то так. Но мы отчасти об этом тоже уже говорили, да, что должен как бы, что проблема тренерских кадров, она у нас очень яркая. Причем не только детских имеется в виду, да, но и как бы. Ну, спасибо. Вот это, спасибо за вброс, да. Это очень для меня показательно, учитывая, как я много общаюсь с тем же Борисом Александровичем, и знаю его. И он тебе не раскрыл. Знания и современные представления о том же заокеанском хоккее. На любую практически там фразу, но я думаю, вы из вас видели и нашу программу «Первая пятерка», вот так. Все это ерунда, никто ничего нового не придумал. Нет никакой уже заинтересованности что-то новое узнавать, зачем-то внимательно смотреть. Мы сами с усами, мы все знаем, мы все выигрывали. И вот эта вера в то, что если раньше ты работал, то и сейчас работает, она работает даже где-то против этих людей. Давайте финальную, наверное, да. Мне кажется, тут, знаете что, все-таки вопрос так ставится. А мне это надо? Вот там что-то подсказывать Белединову. Я получаю хорошие деньги, сижу там, так сказать, в системе. А мне это нужно, чтобы потом на меня все свалили. Вот постулат самый главный. Но это вопрос все так вроде делают, риторический. Понимаете? А кто-то там встать, бить себя в грудь, никто же на это не пойдет. Потому что хорошая зарплата, хорошая должность. Ну, возвращаясь к тому, с чего вот я начинал, Сереж, вот фраза, вот смотри, она завершающая будет, по-моему, даже неплохая. Не может хоккей быть отдельно
от той страны, в которой мы живем. То, что мы обсуждали, это очень подходит ко многим-многим областям деятельности, политики, экономики, там, администрации, чиновники, очень похоже. Поэтому, с одной стороны, ничего удивительного, с другой стороны, я не думаю, что мы должны сложить лапки, и, ну, коль так, наша родина такая, сынок, мы должны про это говорить громко, надеюсь, кто-то из власть имущих да и услышит. Готов подписаться под этими словами, хочу спасибо всем сказать, кто принял участие в сегодняшнем нашем этом круглом столе. И в свою очередь сказать, что мы постараемся еще собрать обязательно наших хоккейных журналистов, может быть, на какую-то другую злободневную тему, и будем рады, если вы присоединитесь к этой кампании. Спасибо большое. Спасибо.